Так, что, все, мы летим, мы же перемер играем, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять кейсов готово. А ты реально хочешь Даст играть? Иногда да. А не, нет. Не, ну вы мне скажите, погнали мы премьеру идем? Премьера. Просто я говорю, премьеру хуйня, что не хватает Даста. Да нахуй мы уже убрали? Ну, потому что здесь карта? Ancient есть. Ancient. Почему первого Даста нет, Димон? Что за хуйня? Или Dust Forever, блядь, хуёвый, тоже наверное. Жесткая карта. Он не такой классический, как второй. Второй прям, не знаю, дефолт. Первый Даст, мне кажется, даже не все играли, а второй... В смысле, первый Даст в ГО уже был. Ты все гонишь. Был. Да, был. Ну вот сейчас, если взять, то, ну, мне кажется, второй намного больше людей знают. Да и первый Даст хуйня. Ты такой, такие вещи не говори, пожалуйста. Да, базай хуйни такой. Со вторым вообще просто пыль. А ты делал этот монтаж, Дима? Не, в Таркове нет. Сказала, девочка монтаж делала. В Таркове пиздатый, кстати, блядь. Она еще обещала сделать, до сих пор вот делает. Третий год, да? Да. Так ты в Тарков не играешь просто больше. Так она сделала моментов, она же есть клипы, короче, но она вот делала, нет времени. Уже не актуально, я думаю, Дима. Потеряла к тебе интерес просто. Актуально всегда будет, походу. Тут не нажал. А у нас все тут? Да. Там момент в Таркове, блядь, тупо добавлен. Да я нажал, из армы нахуй. Где машина эта? Да, в знаковую тачку, блядь. Чё мы исключаем? А почему Мираж исключаете? Эншент нахуй. Нахуй, так, блин, нахуй это? Эншент нахуй. А чё, ну без играли, да? Оверпас тоже. Блядь, а шо, за шо, вертига нахуй. Нахуя в Эншент собираюсь? Ну, Эншент говно, потому что. Мне не нравится. У нас оппоненты играли в Эншент. Бля, оверпасик же нормальная карта, чё, блядь. Ты раскидки не выучит на оверпассе. Ладно, напикайте, короче, я приду. А, ты же кидали там с Краймером раскидочки. Только не Мираж, блядь, парни. Хорошо, умираем все, кроме Миража. Ну, охуительно, блядь. Ой, не то. Ну, Нюка это наша, это... Как не, я хотел выбрать ее, типа, что играть. Сигнатурная карта, да. За... Вони. Они КТ выберут, проверяйте. А пускай выбирают, кого хотят. Ну. Проверили. Как думаешь, взлетит CS? Так она всегда вроде популярна была. CSGO вроде не падала по онлайну особо. Бля, вы заметили, что есть, короче, на Твиче две категории: Counter-Strike и Counter-Strike 2, блять. Да. Выглядят нахуй одинаково. Нет, чуть-чуть отличаются. Ебать, а чё с сенсой-то, ёпта? Ну ладно, чуть-чуть отличаются реально. Ну есть микроразличия такие, понял. А нахуя? На писечку. Ну, чтобы не было прям как первое. Ну, типа ебут. Кого? Собак. Тех всегда готов. Знаешь песню эту? Охуенная. Так чё мы, как хуячим? Все на обываливаемся сейчас. Можно вывалиться, да. Двое-трое через скрип и двое-трое через этот. Бля, Радос, потому что ты нормальный голос делаешь, типа, я понимаю, что ты там на озвучку, типа, хочешь пробиться и вот это все, блядь. Тебе не нравится, блядь, ТикТок, где там баба сидит и спереди Субару стоит какая-то и номер суп, уву. Она пиздит на это, блядь. Что там с мейна? Девятка есть? Чуть левее 9. Один на... Мейн, да. Один на поинте. Мейн с головой, вроде бы. Готовый. Можно поинте. Вот. Куда побежал, Дима? Дима на бомбе. Блять. Дима, блядь, с понтом на Б убежал. На убили всех, Дима. Забери пистолет. С меня. Да, суп. Именно этот, блять. Мы же сказали тактику, Димас, куда бежать. Я стоял, встал, я кемпил, блять. Так не играй в кемпера, играй в игру. Дима, сзади пистолет твой. А мне глухо, блять. Дверь взорву, ебать молотов гнида кинул нормальный, бля, по пол хп проебал на этом молоте. Ну выжил же. Ну не ожидал молотов, честно говоря. Какие молотов на первом раунде купил лол. Так надо так же выбегать. Реально. На первом раунде молотов берет. Не думал, как так всегда разговаривать, ебать ты брутален, пиздец. Сверху двое. Мейн еще есть. Опять молик кинули, ебаный в рот? Да.
О, нихуя! Блять! Мейн. Мама. Мейн. Мейн и секрет. Блять. Вот там он внизу, блять, сидит. Секрет, да, блять, сзади стреляет. Блять, а бомбу так и не заплентили? Да, и батю, конечно, чудите. Работайте, ребята, нахуй. Начал на улице каленый. Так начали ставить, меня начали хуярить. Так вот сюда вот заходишь и сзади. Просто по нему невозможно, блять, с Галилы попасть. Зашел, мейн, зашел. Время вытягивай. Вытягиваю, блять. Как Радоса, блять, заовнили. Слева от будки. Вот слева. Вот гнида, нахуй. Канахану пикает. Блять. Ну потому что я думал, каленый. Ну типа, просто не надо бомба стоять. Встаньте в закрытые просто, и все. Бля, чел, ну ты всегда умный, ты пик, бля, скажи нахуй, Радос, не пикни, похуй, бля. Так сказали, ты... играйте на время, ты сам сказал это. Нет, я сказал ему играть на время, думал, он его запушит, но чел даже я не пушит. Я ему 26 дал, не, чел сидел, да. Ну, да не, мне надо было туда-сюда дергать, а да, тебе чисто сдать бомбу, похуй. Да мне не сдать. Чё, бомбу, давай, го дикие диглы просто поставим. И на Б нахуй. Дикие диглы? Дикие диглы, и под флешку. Да нахуй диглы, если я могу купить, нахуй. Нормальный стул. А, ну так покупай, если у тебя есть деньги. Yes. Блять, с золотой ложкой нахуй во рту родился, блять, понятно. На Б прямо? Я бы на Б шел. Мы даже не смотрели, блять. Не вижу никого тут. А снизу может сидеть. Секретник стоит, чел. Не, скорее всего, один рампа. Рампаю чистая пока. Давай, пришли. Да, мы уже плотим. Да, на Б уже Дима ставит. Ебать, Миша. Громкий. Пойти, типа ебашит. Да? А у меня, кстати... А, да, перегрузился на секунду микрофон. Микрофон вроде не забустился у меня. Может так, кстати. Они в этом ползают. Открыли мелкую дверь, мелкую дверь. Про меня в курсе. Даблдор, даблдор тоже есть. Блять, ну они все там вышли. Гранат не надо? Играем на время. 15. На тобой. А, нормально, хорошо, закрыли, блять, все как надо. Умерли, конечно, но нормально. Да, нормально все. Все, его порезал. Я не понял, я думал, Мишу зарезали, блять. Не-не, да меня там тип сзади запушил, блять. Ебаная музыка, блядь, не выпустила. Чё мы, таримся люто? Ну, мы же выиграли раунд. Да. Там типа не супер сильные прямо, но что-то мы как-то это... По тактике их проебывали. Давайте... Не знаю, Декстери, по ощущениям... Ну все равно изменились ощущения от игры. А может быть тогда прощупать этот рампы, если они такие... Да, может опять через рампу пройдём. Улицу никто не любит. Блять. Да, из Димас. Я в графон. А открыто. Я через графон убил. Ты меня, блять, хуйнул, я ясно. Через тебя убил его, блять. Жестко, блять. Еще сверху ходит, сверху ходит. Тут наверху. Девятка, девятка, девятка. Девять, 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 девять. Спину, флешку. Мейн. Бля. Сука. Мейн и девять, правильно? Да. Бомба в будке? Нет, снаружи, снаружи, на выходе. Хорош. Вперед. Можешь фейкануть, типа ушел. Ой-ой-ой. Ну, пал? Да. Понял. Тоже не понял, да. Вот нож, мне кажется, ошибка. А слышишь, когда оружие достаешь? Не. Машина. Хорош, Арсений. Машина.
Ну-ка, Сеня, купи ко мне калаш, пожалуйста. Держи, Миша. Хорош. Рампы и Б или по улице, может, пробежим? Бля, я по улице побежал. Зафлешил бы там плотно. Да. У них всегда чел в секреты ходит, если что. Если, типа, я так понимаю, рампу ну, и ха... сразу же... Ну и хаешку просто ему нахуй закинем, то сразу, да и все. Не, ну сразу не так, так типа с вами, ну его Арсений зовут. Убежал за красный один. Блять, ну это позорище. За красным он. Я еще и бомбу, блять, убежал туда с ней. Убил, хорош. Убил за красным. Бомбу спиздил обратно. Отсидем с назад. Давай назад пойдем. Да, рампу убил. Могли запушить уже. Вы двери открывали, двери открыли. Нет, они... Внизу, убил. Хорош. Еще один раз, ага. Плантирую. Ты походу, который остался или нет? Он с рампов, наверное, пойдет. Блять, его серьезно спас. Он может быть девятки, с оружием. Ну. Но... Возможно, сейвит, кстати. На радио была М-ка. МКС пиздил у него. Так, не, он не, с не, моим не. Калашом, возможно, с улицы, который. А. А, хотя не, нет. Калаш есть. Убили же его тогда. Да, Родос, выходим и в обе стороны смотрим. Ты направо, я налево. Да, я налево, я налево. Блять. Ебать. Ну, у вас хорошо. И работа командная. Ну, по тактике работаем. Как не расслаблялись. Нову убили, да? Опять за саппорта играю, блять. Нормально. Ворты куплю, пацаны, скоро, скорой. Улица? Поставьте в центре, блять. Здорово, Дойчман. Улица, да? Хуй знает, возможно, что-то в соло еще поиграем. Но это не точно. Ну я молчу, потому что мне никогда не нравилась улица, нахуй я ее ебал. Я ебал эту почту, она не нахуй запрыгнула. А, нахуй. Пробежал. Ух, ебать, что я сделал? Димас, то, что ты сделал? Ты я это сделал. На дне можешь сидеть прямо на будке. На улице. А может пошли просто рампы, да и все, он там Родос открывает. Он подъедет. Пошли рампу. Он мне скажет, о, дело. Что? Я даже не понял. А. Они вообще как будто бы не смотрят никак. Ну да. У них на рампе один чел всегда. Можно тупо на Б бегать. Да, ВП хотел тебя попросить. Там типа без инфы походу вообще играет. Я, блядь, убиваю типа сверху, а под одной стоит мэнни, чел даже не смотрит. Но они не вместе и, видимо, не общаются просто. Угу. Надо было, нужно, я же не знал, что там типа ВП. О! Здорово, Серпех. Не любители бомбу носить. Блять. У меня с ВП наверх это сидит такое все. Да блять, ладно. Тяжелее, чем мне казалось. Хорош! А дабл джамп можно как-то здесь включить? Секретка, что там? Чисто? А да. Ну, с радио вот тут стоят. Зашел в коробку, ага. Вот это. Вверх, да, девятка, девятка, девятка. Планчу под мейн. Блять, откуда? Здесь 9, ага. 9-9, под мейн планчу. Второй один. Второй, скорее всего, сразу. А, зашел с радио. Да. Девятка. Я обосрался нахуй. По девяткой. Девятку все. Сколько звуков. Пиздец, по мне попадают. У меня 90 брони, я не обновлял броню уже 2 раунда. Она вообще не сносится. На у тебя ну, ты смотри, смотри, каска что поставалась. Нихуя себе. Каска есть. МК-1 может, не, ну, поиграем вечерком. Думал, спасибо большое за 1000 да, рублей. Да. Спасибо за огромный донейшн. Говорю тебя, старина. Спасибо. Спасибо, Никитос. Я у них. Здоровья, ну, лучше. Можно будет, вчера захероило немного. Я бы на серьезке так залетел бы толпой. Ну
Ебать, чел нормально так, с рампы мне дал. Смока дал. Не-не-не. Может кого-то станет. Улица чиста у вас? Ну. Я на улицу перетянусь, Мишань. У тебя спина открыта теперь. Давай, давай. Тоже отойду. Можем в секретку, я бы туда и двигался. Да или в мейн зайти, просто там 9 посмотреть, что-нибудь такое. Я уже в секрете, но я с бомбами, это мне очень нравится. Я иду к тебе в секретку. А я МК пиздатая у кого-то, у Ликора. Жаль, не моя. Так, с мейна вышел. Дорогие наклейки, смотрю, прям. Ну, две из них точно. Бля, у меня на рампе тип. На рампе, понял. Блять. Сука. Нихуя он хорошо удал с ФАМАСа ебаного голову. Дэм. Сука. На лестнице прямо. Да, перед тобой. И слева другой лестнице. Может, хешкой туда его, потом они на тебя побегут. Нет, дробовик, да, который скорострельный, охуенный. Ой, найс. Хорош. Испугались, Давид, Димаса, испугались. Ну так там опасный чел на Димасе. Ну, граната гениально получилась. Да, граната хорошая была, прям на него. Че, Радос, вдвоем рампы выйдем? Давай. Флешку надо взять. Есть флешка? Хорош, Димас. Спасибо, блядь. А как? Я, блядь, не, нет, нет, перед флешки, собой. Да? Не. А как это получилось? Эти бомбу, блядь, оставили, блядь. Радос, я без тебя бомбу выкинули. Мне очень жаль, Мишаня. Да теперь у тебя будет крутой шанс. Тебе похуй. Бомба важна. Ты пушка улетает. Убил на рампе. Здесь. Я вниз спрыгиваю, Радос. Давай, на девятку пошел. А вниз мне поможет кто-то? Я один с бомбой тут. А Димас разве там не видел его? Нет, по краю. Но я плантить не... А. Ну, жестко. Походу буду плантить. А, сори, я Димас думал... Нормально, там сверху. Радуга закрыла всю команду. Был Димас сверху. Я тебе говорю, под тобой, а я центри на Диму, блядь. Не, я понял, что, ну, я просто на карте увидел, где ты умер, поэтому я и пошел туда смотреть. Ну да, и ты говоришь, Димас его должен был видеть, но он не туда смотрел просто. Так Димас его убил только после того, как он меня захуячил. Он по стенке прошел, я не пикнул, был ебалом. Под стеночкой прошел, подо мной. Это боты, да, против ботов хуярим. Так я не понял, каким мешанием достал, ножом, если, блядь, я бил впереди. Разминочная, так сказать. А, блядь. Блять. Нормально, Лех. Еще один справа, Лех. Чел шарит, нахуй, с чем играть надо. Блять! Хорош. Ну, не могу. Ты куда? Так. Хотел, блять, сделать прогулку. Около вентиляции был. Справа от вентиляции. Его убили. Сучок, блять. Забирай бомбу. Забрал, забрал, нормально. Выбрасывать бомбы, нахуй. А чё, Миша, ты с дробовиком был? Да у меня денег просто не было, я взял дробовик. А, так а чё ты дроб не просил? Да ладно, нормально. Не, ну я чё с дробовиком? Нормально ж сыграл. Парни, купите его по кому-нибудь. Бабок зафармил. Бабок зафармил, ну. Мишаня бы калаш продал, а Алька купил. Да, Артём. Мишаня, продай калаш. Купи калаш Мишаня. Да, нормально же. На следующем раунде. А у него... Похуй, я поехали. Я вывожу просто. В следующий раз возьму еще дробовик, блядь. Если бы дробовика не было, я бы так не убил, блядь. Он наоборот помог. Так. Так, получается. Есть, есть вдалеке, смотрит. Блядь, и близко, двое на рампе. И один смотрит с савапой. Или чем там. Вдалеке за ящиками, Мишань. Ой, дрочит там, блядь. Рама же там стоит. Это твой калаш там, Леха, лежит, да? Да, да, похуй на него. Нихуя не похуй. Пускай, блядь, смотрит и завидует. Шаня раскидывает калаши. Да пошли они нахуй, блядь. Один, скорее всего, с будки пойдет к вам. Да, вот отсюда.
смысле, в следующую игру сойдет. Реально, там у типа за 10 раундов 62 урона, нахуй. Понял. Бля, вы понимали, один чел... Смотри на базу, да? Смотри, сосите, бля! Кого там, бля? Давай, блядь. Но вдруг оттуда придут. Зачем? Просто. Чтобы они нашли и выебали нас. Факты. Ебать, флешла нахуй. Секрет один. Флешили, да. С... Ну да, вот надо хаешечку ему сразу нахуй. Зарядить козло, вот успели бы сейчас заниматься. Ебай, нерафон его снес. Ну а чё он, блять, щелкает? Бля, хуй вы смоки. Чё, Родос, на тобой есть 9? Да хуй знает. Они на рампы вот пришли. Ой, да. На нуле точнее. На нуле и рампа один достаточно, он бегает. Жутко ноль, блять. Бам. Ой. Я рампы пойду. Давай. Блять, я все не могу. Кого? Ебаный человек. Кого? Ебаный человек. Про что ты спрашиваешь меня? Я пойду улицу смотреть. Это девятка. Ну я мейн. А, я ники зима. Скрываются. Я не помню, я как-то ставил, чтобы подай скрывать еще, ники, аватарки, пойти. Вот это все. Да, чтобы хую не писали и так далее. Когда освободится. Хорошо. Это. Не триггерили. Окей. Пошел, раскидка улицы, да. Крип открыли. Ой, блядь, мне повезло, что меня кабину не снесли на самом деле. Я просто выхожу и ловлю в ебало первым выстрелом. Спасибо, Папаша, блядь. Сука. Я дал этот юсп, нахуй. А, там чел своего заебашил, помог мне, хорош. Хорош, пацаны. Сука. У них что-то командный дизреспект пошел, походу. Ну там типа 50 урона у него почти не столько же, сколько здесь 10 раундов. Уже 12. Ну 114, 141. Бля, в КС-ке чувствую себя как Абобус, блять. Потому что я вот, мы как приехали с Калины. Типа в КС-ку я не заходил. И вообще прям, блять. Прям как дурачок себя ощущаю. Похуй. Там план, весь план. Да блять, что? А, ты меня ёбнул. Хорош, Арсений, блять. Я думал, это он меня убил, блять. Да, хд из подора, а серваки там еще живые? Правда, я сгули. Только купи мне М-ку. М-ку тебе? Ага. Бля, без скина, на обратно. На. О, другое дело. Утечка отходов. Утечка отходов. В этой флешке нет смысла, Миш. Слишком она ранняя у тебя. Да, ну это так, знаешь, для... Для шибко пушащих. Только они не успевают, я имею в виду. О, она не ножом друг друга режет. Да, они все, сошли с ума. Они на улице там стоят, блядь. Хорош. Без головы. На нуле, на нуле. Где? Ну ты там. Ну там дети заходят, ебаный в рот. Где он, блядь? Скрипи. Одна. Это было быстро. Да, че-то как что? Ты, блядь, реально катку какую-то с ботами сыграли. Ого, это дроп. О. Дадут. Не дадут, уже не новая неделя. В смысле?
Я еще не получал. Ну, я попробовал Эспадор сыграть в Titanfall, если он еще живой там, бля, типа, если никаких если проблем нет. Не спать выкидывает? Ну, нет, не наверное. Не должно. О, ну... Не, выкинул, выкинул. И автомат галил, вот это я понимаю. Бля, вот это калаш мне нахуй. Не, по Тианимус и рефанули, я бы еще сыграл в нее, даже сегодня бы. За калаш. Изумрудный завитки. Ну, он выглядит уебанский, честно говоря. Но он, типа, показан за грейд фиолетовый, типа. А, рублей, нет, рублей 10 стоит. Охуенный калаш ты че. Да. Так, че, я сразу next? 10 рублей? О, 6 тенге мне выпало. Галил за 6 тенге. Да не, он дороже стоит, чем 6. Пацаны, давай next посмотрим. Запускаю сразу или что надо запускаю. Кому-то? А, тут написано, выбрать до двух наград. То есть я могу обе взять, типа. Да, да, обе. А чего вам дало ачивку, а мне не дало ачивку? Ебать, ну ебать калаш мне выпал, нахуй. Охуевший? Нихуя себе, блин, фиолетовый. Нормально. Я посмотрю, сколько. А сколько он стоит? Самое интересное. Не успею, сейчас. Радосу нож же дарили? True Радос? Он стоит... Да, мне нож подарили. Нихуя себе, блядь. 200 грин стоит. Самый ебать, Та ну нормальный. После полевых испытаний у тебя? Блядь, я не успел чекнуть. Нахуй Мираж и Эншент. Здорово, Вильхиор, жестко, а чё уволили? Может, Анубис да, за всех? Я заверпасом, нахуй. Тоже согласен. Ладно, суки. Блядь, оверпас давайте. Ну, я Эншит никогда не играл. Да, мне играл. Кажется, мы никогда не сыграем, блядь. Я вроде бы играли один раз. Ты с нами 3 минуты играл, когда ты ливнул, Джокер ливнул, сыграл, а ты зашёл. Радос, 255 гривен стоит твой калаш. Жестко, блядь. Ну, нормально, чё. Ну. Чел в катке хуярит ноускоп ПВП и дигл. Это же, ну, примерно два ключа, не? Инферно? Инферно ебанем, да. Два ключа? Да, ну, это сколько? Это где-то баксов 6-7. Бля, хуёво, старик, что так получилось. Хуёво, что не было никакой стабильности в этом моменте. Отсутствие стабильности самое, сука, страшное. И типа, а ничего там, ну, вы неофициально работали, то есть там две недели, не две недели, вот это, какие-то выплаты. Мы за первый раунд. А, не, мы за Т. Да, мы за Т вроде, да? Угу. Ну вот, ол банан и первый раунд за нами. Ну я банан не хожу. Ебать, перцы можно нарезать, мужики, видели? Где? Где? Вот я уже нарезал. Стой, где, ну-ка. Да, у меня не загрузилось еще. Блять. Нарезанное. А, так вот тут лук. Ебать, лук тоже нарезается. Прикольно. Где? Это крымский лук, кстати. Покажите. Смотри, тут луковица, еще луковица есть. Ну-ка, ебани ее. Хорош. А еще пополам можно? Не. Пополам. А тут арбузы еще. Арбузы тоже режутся. А лимон? Мешай, да уёбок, что ты нас убиваешь? Мы лимоны режем, блять. Тут и апельсины есть, и лимоны. Ну какая-то не та. Да, реально, как в этом, как в МГР, блять. А есть цель, где можно посмотреть все скины оперативников? А то у меня такой ебанский скин, он мне вообще не нравится, это террорист. Нормальный скин. Чё? А чё ты, блять? Мне не нравится, что степень какой-то. Ну, так, камера прикольная, он себе купил. На Крамер неплохо. На Крамер вообще, я так понял, бля, решил деньги вложить в КС. Так он говорил, что он сколько там, 200 рублей говорит. Да, там такой недорогой, но красивый. Димас у нас авки. АФКшец с бомбой. А не, а чё, блядь, да. Справа есть. Я выбиваю себе, блядь, All mid, я понял. Лево ушел. Лево ушел. Ой, блядь, на бочке стоит. Давай залетем, Арсений, ты тут? Я с тобой. А, банан один уже около близко. Да, у меня. Нормально, а, мы да, его убили. Бомбу потеряли. Да, пиздец. Я ему в ебальник дал. Дай вдвоем. Но после этого... Давай. Я не понимаю, вот... Когда тебе в голову прилетают, у тебя прицел заряжается. Отходи, Радус. Хорошо. Давай, я уйду. Оба банан, я банан. План еще, ага. А, вы план спиздили? Да. Да. Я на втором миде буду. Ставлю дикий open. Они идут мид. Еще не прошли мид, второй мид. Прошли. Один прошел. Оба у меня. Пси закрытую, Леха, МБ. А, ну. Сковров пошел. Ковры, да. Ковры топс, вот тут? Да.
Снизу бежит. Хорош. Хорош. Значит, он в последний момент что-то передумал. Передумал, да. Хорош, пацаны. Молодцы, молодцы. Дикие узихи и все так же? Ну да, МТ-5. Ну, что-то такое какой-то раунд был, если честно. Да у нас просто разделились мы сильно и побежали не вместе. Это... С нами стример играет, кстати. Третий. Жестко. Ага, у меня противник синий, блядь, поэтому... Это не пушьте банан, может, хешки вам скинут, ебало. Ну да. Да, так, нет, погнали. Всегда холд банан, типа. Чел там нормально накалился. Я тоже нормально накалился. Я попал по тебе. Задымили, да. Можем... Ебать, фото любимой женщины. Хорош, можем Димыч. Банан занять, пацаны, вернитесь. Да-да-да. Есть еще за бочкой! На, нахуй. Их тут! Пиздец! Целая куча ебаная, блять, вылезла. Ну, они запутались, что ли? Все тут сидели, блять. Да, блять, за цементом. Они строили, Миша, как думаешь? Да, да пиздец, как узбеки, нахуй, блять, почкованием размножились, блять. Ой, блять. Да, спасибо. У меня спаун, чтоб гранату на банан кинуть быструю. И выжить еще. Давай, давай, Лех. Молотов кину еще, блин. Ага. Что вы осуждаете, блять? У меня знакомый узбек в ангарске был. Не представляете, какая у них большая семья. И как она быстро, так сказать, заполнилась. Справа, справа, говорит. Справа, да. И, возможно, слева, сверху. На гробах был. Блять, дикий смог. Да, на гробах есть. На он очень накосанный там. Убил за гробами. Хорош. Вот здесь сидит. База один. Да ебать! На нахуй. Банан плантите. Пошел? А тебя сзади? А. Все. Я иду помогать. Мишаня, поплантите бомбу, ради бога. А, блять, бомба у меня. Я даже не знал. Надо знать. Что в яму? Дима класс, скинул мне бомбу, я уверен, блять. Хорош. Пиу. Я пока смотрю, пушки пацаны особо тоже не меняют. Нет, зачем? Пока работает, работает, как говорится. База. Основание. Они закупятся, да. Пух, стреляем в голову, да и все. И все будет. Слышали новость о том, что Дискорд хотят это сервера в России закрывают, нахуй. Ну? Наебалово, блядь, не? Ну, сегодня вот вышло. Да, блядь, звучит как полный бред, ну, блядь. У Универса такая же хуйня, как у меня, кстати. Ой, на машине двое на машине. Есть там прям за углом Арсю. А давай я еще блядь, хуёвая хаешка. И сейчас, и подсочечку, Родос, аккуратнее. Оп, флешечка. Они ушли. Да похуй. Я отбегаю на банан, пацаны мне банан запушили. Откуда там дым кидался, ебаный урод? Отсюда? А вот я вот... Не, мне кажется, отсюда. Вот отсюда, вот так он его не кидался. А все, пацаны, я один смок уже дал. Сейчас еще флешечка. Еще, вот пошла. Алькор, аккуратнее. Блять, нормально. Я думал, она до этого пошла. О, блять, закрытый сидит. Хорош. Готов. Еще закрытый. А, сука. Блять. Хорош, Сеня. Блин, ебать, они коцаные были. Да. Есть инфа? Ну, один закрытый сидит. Один в планте, другой. За столбом, типа. Неизвестно. Как-то тройка или как это называется? Запрыгивает наверх. Да не, Исподор, это до конца года. Наверное, не вовремя убрал этот прицел, конечно. Ну, закупиться можно. Да. Наконец. Мы просто пушки слили, типа. Блять. Что, тебе масла не хватает? Нихуя себе, блять! Ладно, на. Проебешь, скинешь этот мне. На землю скину его. Нет, у них очень часто чел любит выходить вот так вот на миду, типа. Флексить, да. Блять.
среды. А там смог просто прокинули. Хорош. Еще один Дима должен быть. По-любому. Их всегда, сука, двое там сидит. Запушает. Козлов. Я его хорошо покосил, потому что я не... Он хорош. Справа, да? Еще одну хаешку дам. Хуёвую. Я пролез на КТ. Ебальник дал. На да банане. Походите, я пройду, мужики, банан в спину. Давай. Да, блядь! Я умер, Алькоров. Я дропнул. На банане. Три кейса мне. Банан подпушил. Пушу банан. Типа мид? Он дым кинул. А вы хотите прям Б пойти все-таки? Мы просто на А зашли. Он в дыму. Ну мы не зашли на А, но... Я вижу, он сейчас в Б. Он сидит в бочек второй. Хорошо, заходи. Не заходи. Я понял. А разворачивайся и на беги. А, блядь, тут АВП, идите сюда, идите законтрите АВП, чтобы не спасли, парни. Все нормально. Или графон поставь, давай, пожалуйста. Давай, блядь. Блядь. Давай. Ну он с Б, да, где-то? Ага, вот он. Все, хорош. Уже дос хорош. Гений. Блядь, не прилетело гранатой. Блядь, нахуй, да, я помню. Я могу купить. Да не надо, мне же деньги есть. Ну типа ковры пушит постоянно на балконе, чекает. Да, там сидит. Можно гранатками туда ему закидать. Типа. Я выйду из этого нашего балкончика тогда. Давай. Я также мидового этого попробую. Ну или я, или Димас. Или Димас, ты можешь мидового, а я буду смотреть бананзовых этих типов. Давай. Бля, я пискнул. Хорош, Димас открыл мид. Я к тебе. Давай. Не вставай. Ладно. Не встаю. Ну они подумали, что мы сейчас побежим. Двое запушило, бля, один пиздец слово. Че запушили? Ковры. А свободные, они оба в коврах, если что. Второй мид. Блять, блять. Графон хорош, я промазал нахуй. Я сейчас подумал, что это ты меня въебал, блять. Да, я тоже супер ред. Чили пепперс, блять. Алькор, смотри в библиотеку, приз. Сейчас я все эти проверю, все смотрю. Все нормально. Смеда может подсосаться, дам смоку. Но я там смок уже кинул один. Я еще дам. Бля, хуёвый смок на самом деле дал, ну ладно. Вышел. Хорош. А, там Димас разобрался. Да, как хочется такую эмочку себе, Найтмер, бля, разъебная. Вот это вот? А хочешь вот такую? Смотри. Разъёбанный. Держи, Арсюк. Это... На, побегаешь. У него скин адамантовая сталь, блядь. А, ты себе хочешь, типа? А, ну, да. Не, нихуя ты подохуел, конечно. А чё, она дорогая? Радос, ты даже не берешь шамку, что ли? Ладно, возьму. А чё, тебе реально так Галил понравился, блядь? Мне что-то вообще, наоборот, не заходит. Больше, чем калаш. Что калаш в ГО, трясёт, блядь, что ёбаный. В этом? Давай, Димас, так же. А, не задумили. Ёбаный нахуй. Бам, нахуй. Бадюрафон, нахуй. Еще, там еще один там есть. Там, ух, ебать. Там двое. Блять. Мне въебало дали? Да. Мне въебало дали. Да это из подорпу, что бывает. Они сдаются. У них есть шанс. Бегут банан, всегда бегут есть банан. Шанс. Блять. Вот один должен быть колёный. Близко, лёх. Да, ну, так вот. Я поэтому и смотрел туда. Ну, потому что там, очевидно, не все. Но он близко был, понятно? Здесь хп оставил его. Может, хаешки скинемся туда ему? Да, они на банан очень часто агрессируют, тоже предлагаю реально им на машину. У меня хороший план под банан Грену, пойдем тоже. Я кину молик? Хе, потом моликов, потом флешку и залетим. Давай. Да. Потом смоук и уже. Я бы, знаете, что с мидом аккуратнее. Я бы смоук в плент закинул бы и как-то занял сити нахуй. Не, не хотим попробовать? Не, зачем? Что, аж шум. Хороший молот. Ух, двое, их там трое. Бля, может просто вы оттянетесь и на А пойдете? Да, так и сделаем. Бля, ну, я так это поел. На А это уже вопрос. Там на где стоит Авик? Бля, ну сука, чел забавный, он бежит и на лету вешает в голову. Как с Арсением тогда. Ну что мне делать в этой ситуации, блядь? Вот они справа.
Выше прицела. Флешку кинули, паника. Да. Да я думал, он выбежит под флешечку сразу. Просто по вантапу и по ебальникам, и все. Без резисти только. Давай, има! Выше прицел держи. Там уже авик, блядь, пиздец. Хорош, все, и на нахуй. Вот так вот. Беги с ножом, блин, смогу дашь потом просто. Выпью первое есть сегодня. Куда-нибудь на длину. На длину? Куда? Вот сюда. Ну вот вперед, 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 ты смотришь. Только ты плент хуёво поставил. Прыгает. Запушивай его в смок, нахуй. Он не ожидает. Их двое там. Хорош, еще один там же. Блин. Ну, НТ, НТ, ну, хорош. Близко, ну... да. Спасибо. Жалко. Мог бы быть первый эйс. Прэй немножко не пошел, бывает. Это не первый мой эйс, брат. Это не первый мой эйс. Ну, я имею в виду, наверное, в CS2, ты че? Да-да-да. 89 за 3, блядь. 89 дал ему. Это первый эйс в этой карте. У тебя сегодня деньгов нема, да? Да-да-да. Я могу тоже дать. Я скинул. Парни, звонил Гейб, я отходил. Говорил, если Алькор заклатчит, то он ему подарит, нахуй, квартиру в Майами, нахуй. И ты нихуя себе. Ну жестко. Ты бы сказал заранее об этом. Так он потом позвонил. Ну так, блядь, нахуй Гейб звонит после клатча. Ты заклатчил? Ну, увы, не заклатчил. Хорош, Димочкин. Да иди нахуй, заебал этот бананза уже, блядь. Ну мид открыли, надо на мид было стягиваться тут же. Чего там банан стоит? Да, блядь, как же она пробегает быстро так. Да заебал мне, сука, первым въебало давать. Хорош, Димон. Пицца на Диме. Пизда там веном, блядь, из крови какой-то получился. Я под тобой, Родос. Ставлю плент. Да, что ты всегда плент ставишь, этот пизде мира? А я не знаю, блять, у меня мид, у меня мид. Блядь, нож достал, как же вовремя, нахуй. Мид, где КТ стоит, прям. Угу. Родос, левая, да. Ну, да, я в закрытую тут буду сесть. А вапер, я не думаю, что пикать надо. Я дам тебе дым туда, Родос. Зашел, зашел один, блядь. Не зашел. Ой, да, вапер зашел. Еще один там же бежит. Через дым и будет. Каленый. Хорош. Заберу его. Да я, блядь, я каленый. Гранаты 16 его. А где его это, блядь? И без пушку, блядь, еще скинул. Так на гид. Не, да я понял, я ее не видел, чел. Ой-ой-ой-ой. Куда нам? А если, может, из-за того, что у него в руках пистолет было ВП, Дима? А, нет, нет. Ну просто летело вперед. На тебе ВП, Димас, на, дай мне калаш. Спасибо. Калаш, а че не гонил, ебать? Ну, похуй. Надо калашу учиться, на самом деле, он же очевидно лучше. Ну да. Ебать. Блять, я не попал, есть мид ВП. Мид АВП, да. Нету. Мид открыли. Хорош. Заходим, Мишань. Налево тоже, посмотрю. Я направо. Смотрю лево. АВП лежит бесплатная. Банан есть, если что. На пистолет чисто. Прыгают уже, сити бегут там потихонечку. Пойду Димаса прикрою. Да, блять, ну как ой, это нахуй? Ой, мимо? Как больно, он блядь. Просто присел и заэвэйдил. Дима. Там есть Алексей. Я спасибо, прикрою. Стабильно, я стабильно страхуешь. Это он калаш? Просто не прикрыл. Прикрыл. Там еще один был со скаутом, не? Вот, скаутчика убил. А. Дос как в Старкове, типа, страховка, блядь. Да ебаный нахуй, сколько хп было, что за хуйня? А, сидел тут. Черт сидит.
Я думал, как Джокер будет сидеть, я пострелю его сейчас. Не тому кинул, прости. Прикинь там. Ага. А почему не тому? Я не тот. Я посмотрел на самом деле на графоны. Шадек расправился. А, да? Радос, а если бы ты вот у тебя короче, гигачатская версия имени Раду, как думаешь, по твоему мнению, какая была бы? Не знаю. Это мои тиктоки со свадьбы. Ой, эти кружки со свадьбы. Где мои ебало вылазит в первую очередь. Пиздец, этот кринжовал каждый раз. Идет уже, блять, банан! Смида, да. Да пиздец! Ну, никто мид не смотрел. Никто не смотрел мид. Я смотрел мид. Ну, блядь, классно. У него смотрел. Бля, банан. Мид и банан. Я в него, блядь, стреляю, нахуй. Мне не регает. Давай, Леха. Меня не регает, парень. Да попадать бы, блядь, научиться с этого калаша ебаного, блядь. Они все равно доберут на такой хуйне, блядь. Да. Опа. Типчики вообще, блять. Хорошо. Бля, денег-то и... Ласт, сука, раунд-то денег-то нихуя и нету, блять. Год с ХП-шками апартаменты. ХП-шки апартаменты. Да, не, нормально, нормально. Могу дроп дать один просто. У меня реально есть один дроп, парни. Так дроп не... Ну, дымовухи накупи людям. Я не могу всем накупить дымовухи. А, да, точно. Факт, не можешь. Хуйня получается. А куда вы мид пошли? Мы же апартаменты пошли. На балконе, балконе. Бля. Пизда. Да я вообще в ахуе, блядь. Еще тут на... У, может, еще один! Бананы мид, второй мид. Бля! Димон на перезарядке идет проверять, где же там чел стоит, ебаный в рот. Да. Ну, просто, чтобы магазином кинуть нахуй в голову, блядь, пустым. У Димаса просто рейдж уже пошел там. Так, да, у меня включился. Я Б. Но они что-то Б. Любят пушировать, поэтому они за Т будут пиздец там, да? Да. Мне кажется, они бананы пушат. Хешку, может быть, это. Ну я вот хешечку на банан дойду. Ну, я давай. Тоже пойду с вами. Это я тебе Радос это скиндовал, да? Ну да, да. Прикольный, блядь. Угу. Поэтому я его это попросил, да. Выбрал. Ну, чел не бежал. Да, на месте скину. Стоит. Я хочу тоже. Кинчи, на банан, на банан. На банан вышли. Накоцал, блядь, пиздец. Ой-ой-ой, кто-то вышло. Пошли, наверное, на бочки постоим, посмотрим. Там, там ездим? Ну, есть, да, ездим. Хорош. Еще в яме. Еще там справа. Угу. Хорош. Второй мид. И чё, где, наверное. Блядь? Второй мид, скорее всего. Патроны закончили. А мне кажется, он там где-то, блядь. Вот, на коврах. А. А у меня патронов нет. Ай, блядь, ножа резанул, но не убил, он развернулся. Какой супер каленый. Супер. Ловите его! На. Блядь, нахуй он развернулся, сука. Там же Арсений был. Он слышал, что у меня патронов нет и понял, что... Ну, походу, да. Ретаргет. Пора ебать в жопу. Еще по одной думаете? Да-да-да. Да-да-да. Гранат мало не бывает. Да. Но, кстати, мне кажется, в этот раз гранаты что-то там не особо сделали, они более не закрыто задели, стояли. Как будто да, вообще, да, да. Они очень долго выходили. Да. Давайте я заору, может быть, снайпера веду. Давай по тактике Радоса, может? Да, нет, мы должны больше народу. К нам идут, о, кидайте на. Я нихуя не вижу, увы. Бля, зашел. Гони да на. Охуеть, блять. Ну, ну флешки. Флешка, флешки гений нахуй. Дал, блять. Там где массом. Блять, еще третий нахуй. Я не думал, что там три. Сука. Бегут, бегут, банан. Я в закрытую встал. Мне кажется, это фейк, они убежали с банана. Они же с эмкой. Весьма, весьма. Да. Я думаю, это скам. Сука. И тут сидит уже, нихуя он. Да. Пити там один, да. Пули нет.
Флешка отличная зашла у них. Я все-таки не переключайся. Косну этого уродца, слева там бегает. Блядь. Хорош. Повыбивал девайсы, неплохо. Может это с Эмкой был чел там? Нет. Джимши. О, хорош. Что за куполын? Бля, радуга, что у тебя корова красная стала, бля, дьявольская. Не знаю, у меня обычная. Да, у меня... А, у меня твоя аватарка и Димаса какие-то, блядь, страшные стали. Блядь. Ну, ну нахуя? И главное, зачем, блядь? Зачем вообще ножом махать? Я просто люблю махать ножом. Ебанутый. У меня один IQ, блядь, что ты хочешь? Не, мне кажется, был бы у тебя один IQ, ты бы, ну, не родился бы. Да ладно, родился. Почему? Это же не от IQ зависит. Да. Ну, мне кажется, потому что он бы не знал, как выйти, понял? Флэш через рот полезно. Если выпихивают, а если не выпихивается, и режет живот, блядь, такой себе. На машине. Прыгает, прыгает там, у нас, да. На страшно, блять. Банан, смотрите, там сидят все. Оба два. Сука. А, нет. Надо дождаться. Надо подпушить походу вместе с Димасом. Лучше а, бомба, 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 бомба у нас, есть. Бомба у нас, так что. Банан. Можем кемпить просто бомбу. Он только из дырки может. Он сити может пойти через сити. Может, смотри сзади тогда. Угу. Ну это мега мув. Ну, сити, сити, сити там, он, да. Ага. У них какой-то этот диссонанс в команде. Там чел один в тильте нахуй сдох, блять, уже 1000 раз. Да, вышел, 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 я ему, да, не успел дать, да. Увы. Малорик. Арсюха его просадил неплохо. Видишь, рекорд даже сто хп ебешь. Давай еще раз ебану. Я тебя сейчас ебану. Дайте дроп. Какой? На калаш хочешь? Давай. Джима маленький, Арсений. Как мне CS2? Прикольно, мне нравится, как играется. Не, не хочу калаш. Комфортно. Ну, блядь, не, мне не надо. Нет. Я АВП хочу. Играть в калаш? Бать. Разорвал что просто курицу, делаете, блядь. Блядь. Я мискликнул, мол, чел. Не, ну по курице правильно. Блядь, мид, заебали эти курицы. Отхожу, я оставлю тебе одного пока тут. Но не пушит. Видел, прям жестко? Ну один прям пушил, да. Ну он флешку дал. Да не, не, не видел. Никто не пушит, расслабьтесь. Ну в яме со скаута стреляет, черт. Ладно, второй, я отойду к Мишане, вы тут тянетесь. О, блядь, у меня уже вышел! Хуеплёт! Бегу, Мишань. О, пиздец! Блядь. Я попуск, блядь, что-то вообще засал. Ходи. Да, ладно. Это что за префайры такие, блядь, типа? Нормально. А, смит, наверное, будет. Бомба, ковры. А, он тут все это время сидел, блядь. Бомба, ковры стоит. Охуеть. А как его Арсений не видел? Ну, я не пикал влево, если не слева. А, я походу понял, что произошло, блядь. Я понял, где он стоял. Прошел КТ, КТ прошел. Блядь. Бежит. Хорош. Хорош. Забери его, посмотри. Сзади тебя, Арсюх. А, я понял тоже, где он стоял, походу. Или не понял. Он стоял вот в этой, ну, как бы, вот от кофинов в уголочке, да, спереди, да, блядь. Да, угу. А я такой смотрю, еще типа... Радос, кинешь мне, ВП? Типа в твою сторону постреляли с Эмки, я такой думаю, блядь, а что, Димас там стрелял? Или кто там был? Арсюха, блядь, стрелял, думаю, что за хуйня? Курица уклонилась от удара. Нео. О, ну там все уже, тильтовая, блядь. Там, да, там что-то пошло нахуй. Да, блядь. Они все там сидят, я никого не могу убить, блядь.
Бомба на этом. Да все там уже забейте. Дырочные типы остались. XXXTSION, блять, просто. Блять, Алькор гранату кинул. А, ебать, она отскочила от графона, все нормально. Охуенно, блять. Блять, меня скоро кикнет нахуй за это. Кстати, может, вполне, блять. Блять, не гигайте. Ребать, как я его убил, смотрел нахуй на карту. Ну, задавил авторитетом просто. Мишаня, а может запушим их? Да просто я так потихоньку побежали, уже блядь. И выхожу. Да блять, заебали эти тихоня. Заебали эти тильтовики, нахуй вообще в игру, блять, заходите, если вы начинаете сразу гореть, блять. Парни, просто не нужно набивая урон на них. Поэтому как-то. Бля. Я был готов сейчас Димаса резануть, блять. Что-то остановило мою руку. Бля, флешки нахуй. Дмитрий, то есть. Бля, я отойду, стянусь на. Пошли же, прошли, бля. Блять, напугал. В голову ебашат. Он тебя кулаком ебанул, Родос, блядь. Возможно, еще один. Хорошо. Последний муха на миду. А, уже. А, все еще муха. Короче, ладно. Разыгрываю. Не убивали, а, не, не разыгрываю. Могли спокойно, блядь, держать 3-4. Хотя бы какую-то, да, планочку. Ну, там же лучше. Огонь. Кто-то может мид вставить? Я хочу. Может, давайте, давайте втроем мид подсадимся. Подсадимся? Да, как дракон идти? Дракон? Не, сделаем вот тут подсадку втроем. Ну, вот тут, вот тут, вот тут. Вот тут, залезем. Пошли, до свидания, блядь. Я не могу попасть, блядь. Давай, Димас, к нам, блядь. Уже близко, близко! Да, нормально. Да, нормально. Бля, парень, я уже покакал. Давай, Миша, Димас. И яма сидит. Я пойду, блядь. Блядь, вот я флешку решил вовремя взять. Ну, нормально. Нормально. Хорош. Конец. Уже. Мастер подрыва, блядь. Мишаня. Там у меня и в прошлый раз, блядь. Мастер подрыва. О, дроп. Так, что там? Не знаю, там? Сейчас пока смотрим. Что там? Что там? Что там? Что там? Что там? Так что, есть сайт, где можно посмотреть скины оперативников или нет? На рулетках на каких-нибудь. Кейс со скинами. Заходишь, а, это я выбираю, что получить. Нихуя себе, блядь. Да. Ну, давай вот эту хуйню и вот эту хуйню. И кейсик открываем. Или сколько он стоит, блядь? А вот это охуенный заказать. Так он нихуя 600 тенге, блядь, стоит так-то. Хотя это не так много же вроде бы, или много. Да, может, мне не стоит открывать на 10 косарей. У всех там 600 тенге, 400, 6 тенге выпал, Галил. Пожалуй, моя удача, видимо, это не в пике. Ну да, и 1100 ну, стоит тенге, блять, этот. Бля, новая пешка красивая. Рублей 100-150, да? Я не челюсь, челюсь. Так, я пойду в водичку. Бля, я в охуенную. Это пиздец какой-то. Калаш кал. Нож выпадет, открывай. Ну смотри, лимончик, блять, если не выпадет, то мы с тобой потом по-другому поговорим. Обливион. Сия Соник, он не как он. Бля, а чё за наебалово? Он тут, блядь, на сайте стоит 600 рублей. А тут он стоит. Ну, блядь, выглядит красиво хотя бы, конечно, да. Что выпало, Миша? Выпал MP5SD ликвидация. Ну прямо с завода, бро. А не, после полевых, блядь, даже. Нет, наебалово. Это наебало, бля. Ну да, жалко. Жалко, конечно, что он тогда хуя стоит. Сколько он вообще стоит? Полимерный рожок. Хуйню, наверное, пиздец. Да. Ну да, блядь. 54 тенге, ёб твою мать, блядь. Бля, вот этого я хотел бы мужика себе. Бля, какой он нахуй охуенный, пизда.
Как же он байтит? Сейчас Габен зайдет на стрим подарит. Блин, как бы хотелось вот этот скин, конечно. Хорош, хорош, хорош. Бля, такой охуенный скин. Жалко, 500 дарин стоит, бля. У меня на Пиратоса лишний скин есть еще один. Или погоди, а где? 500 гривен, это сколько в рублях? 2,5 где-то? 5, наверное. А о, блядь. Нихуя ты там. Тысячи полторы, наверное. Арсений рубль уронил, блядь. Только что. А что мы? А что, а кто-то же отходил? Стартуем, я попить отходил, попил, поел. Димочкин тут? Угу. А, все тогда. А где? Стой. Бля, ну на самом-то деле у меня есть скин типа девка. А, я могу ее продать за 500 выбрал, и купить нахуй. И купить себе этот за 500. Там чип, да? А что ты за девку не хочешь поиграть? Ну, мне не очень нравится скин. Да, я думаю, Декстри, возможно, будет что-то позже. Ну да, какие-нибудь делать, типа, про... около такие простецкие скины, но... Да, Габен, напиши письмо, типа, играю в CS, было бы прикольно. Типа, 10 лет, ни разу ничего не упало нормального, пожалуйста, подарите. Здорово, Шелкрон, хорош, красава, поздравляю. Ну да, я видел, так писали, ну типа, на похуй, кому-то даже что-то дарили. Да, столько для комьюнити сделали, на самом деле, пиздец, типа. Она и вот, турниры, да, не выдаю. И турниры и комментировали, да, блядь. Ой, это я не на. Ебать, последний момент нажал, блядь. Нажал, блядь, Родос, ну. Ебаные волки, блядь. Сори. Я помню, Battlefield можно было через этот получать, через техподдержку. Писать, типа, денег нет, очень хочу поиграть в Battlefield. И там выдавали даже. А помните Тодда Говарда, ой, точнее, типа, который купил Fallout 4 из-за крышки? А, нет, типа, такого... коллекционировал, который крышки? Не, дохуя. Он просто играл, он любил в серию Fallout, и он, еще денег не было, но, типа, вот, собирал крышки, нахуй, от бутылок. Было дело. И отправил письмо... С крышкой беседки, вместе, по-моему. Жестко. Да, и ему подогнали ее. Нихуя. Ой, конечно, он на пиво все потратил. Да, у Арсюха, блядь, вообще жестко. Подарили, да, купил. Да, я купил, я не сдержался, блядь. Бля, не, ну скин охуенный факт, блядь. Охуенный чел, да. Нихуя, блядь. Козырный пон, так сказать. У тебя явно преимущество виднеется. В наше время, блядь, уже никто нахуй не дарит скины в КС, к сожалению. Вот лет 5 назад тебя там закидывали ящиками, хуящиками, блядь. 10 скинов на любое оружие. Было. Сейчас уже все нахуй поняли, что это как биткоин. А, погоди, а что, у нас подбор игры недоступен повтор, блядь, чё? Из радуги, а? Типа? А, о, пошло. Пошло. Когда скин? Да хуй знает, ну смотри, какие бицухи, блядь, как у Миши прямо. На Арсюхе. Бля, прикинь, нас так бы четверо было. Ну, пятеро, точнее. Ну, все были. Все с такими скинами. А как вы думаете, в Африке, типа, которые играют в КС, какие у них скины? Какие захотят? Я думаю, дефолтные, потому что ебали они покупать, блядь, скины по 500 рублей. Да, блядь, охуеть, откуда тогда они там вообще в КС, блядь, играют, можно задаться вопросом. Удивлен, кстати, что Valve на телефон не сделала КС-версию, типа, там. Есть же всякие стендов, ну, стендов, блядь, ну, официальный, типа. Нихуя, опцеп типов мираж. Говорит, его в оверпас бан нахуй сразу же. Да, это прайм статус. А, они тоже в пятером. Угу. Ой, бля, ну это все, душнило вообще. Это будет. Душные типы будут, да. Наконец-то, блять. Мираж нюк. О! Ебашим. Anubis Ancient. Ууу, блять. У них, кстати, по одной победе на каждой карте есть. Может и по две. Ебать, а ты видишь, Мишань, какой у нас этот треугольник типа силы? Да, это этот. Очки камина. Очки, да-да-да. Ну, практически, такие они, типа. Ну, чуть-чуть, перевешенные, да, такие китайские, да. Какие-то, под знаешь. На Алике заказала тихоня какая-то. За КТ? Погнали, да? Я бы за Т начал. Я бы тоже, да. Ой, блядь, давайте за Т. Я вообще этой карты не знаю, но, говорят, прикольная. Ну, у нас одна победа из трех, по-моему, игр на ней. Четырех у меня. Четырех?
Ну просто мы тогда не знали, да и там, блядь, победы на самом-то деле постоянно, блядь, на писечке типа одного раунда. Так, а чё, какие тут точки? Там гробница, тутик, там Тутанхам, на Тутанхамоне, там что? Вода, коннектор. Спуск. Вода, коннектор, ты где? А, это на точке Б уже. На точке Б, да. Пиздец. Мид. Да говори, тыкай среднюю кнопку мыши и говори вот тут. Жесть, Сеня, калаш на разминке купил, ну ты даешь, блядь. Ебало завали. Бля. Так, старичок, иди банан чекай, блядь. Да ему въебало, как на прошлой типы стреляли друг в друга. Может, вывалимся, да, на Б через арочку просто и все. Гранаты нас одной закроют. Димас, ты будешь закупаться? Да, ты Димас, играть, блядь, Димас? Уже с компа съебался, блядь. Ебал зло. Время в компу. Ух, ебать! Нихуя он выдал. Вот это мне нахуй зажим яйцами, блядь, сделали. Три головы. За кого он еще вчера был? Ебать, если, блин, ты ему, чуть выше, если ты его наебало нацелился, ты его убил бы, наверное, со второй пули. Наебало? Это как, блядь? Ну, типа в голову типа стрелять. Целишься, да. Даже там по средней пушке такой. У человека там плечами голова находится. Да. Как раз хватает деньги. Броньку надо может надо купить. Надо себе узишку купить, пиздатой купить, кстати. У меня залупа ебать. Дима, дай мне узишку мою, пожалуйста. Ага. Ты, блядь, случайно нажал. Я, кстати, если бы я присел выше поднял, дал ему ебало, мы бы зашли ему. Да. Ну, дул беретами три хэдшота дал. Нормальный тип. Да ебаный в рот. Ну, там под жопу граната прилетела страшная, на самом деле. Бегут вам к с этого. У меня. Или нет? Так, стутика. Ага. Блядь. Ну, что там? Хорош. Там же, по-моему, вода, спрыгнул. Вода, там же, на коннекте. Я в закрытую стрелял. А СМ-ка, блядь. Хуя, у тебя мипуски, блядь. Котище. Вот ты не в закрытую стрелял, да, по-моему. Да. Пика нет. А, сука. Ну, возможно, не успеет. Закрылся, Димас. А какие цвета у него есть? Не, успеет. Нет, китов нет у него. Да, глаза у него страшные, конечно. Вроде на последний успевает, на последний. Ад, блядь. Пиздец. Бля. Да, лучше помог. Но тебе надо было просто выйти и убить его в спи... в бок. Да. У него 50 хп было. Да, блин, да. Бывает, нормально. У меня хп было мало. Хп было. Ну там типа сэмка. Ну ты продал, да, меня просто. Но. Да, ну, блин, опять на такую же хуйню мутить, мне кажется, хуйня идея. Да не, они подумают, что это как раз хуйня идея. Я с воды помогу с коннектором. Ну давай. Они решат, что мы не будем трижды одну и ту же хуйню делать. Просто молик с вами ебало кинуть и все. Угу. Да. И смоки. И что? Ну, а, ВП вот стоит. Я не хочу туда идти, блядь. Не идите. Мужик, я захожу, подожмёт, да. Подожди. Есть флешки, нет? А их убил. А ВП все? Хорошо, пошли. Блядь, еще справа один. Стоит, там я стоял. Есть. Пай позиция. Надо правильно встать быстрее. Ставлю. Мне кажется, со спины сейчас у нас придут. Есть такое мнение. Поэтому я пойду смотреть спину. Ну, сука, как со знал, спины, блядь. Да, ебать он хуярит. Бля, надо собраться что-то. Да. Ебут. Может, просто на другую точку попробуем? Ну, точнее немножко. Ну да, а посложнее как будто бы. Да, да. Больше мест, где прятаться можно там у них, да. Проходов, прострелов. Да, вроде. Ну, можно. Мид можно попробовать подышать. Не, а так араш эти ты шляпы. Да, мид можем. Мид можем. Араш эти залупа полнейшая, ну. Да, блядь, ну как? Дима, блядь, ну ёбаный в рот. Заебал передо мной бежать, блядь, хотя я с первой.
Я не понимаю, нахуй ты вообще левую ебучую кнопку. Хотя передо мной кого нет. Иди нахуй. Там, блядь, ебало. Нет, ебало, сам завали. Девайсик, если нужен кому-то, там есть девайс. Ладно, завалил. Есть, мы можем помидор открыть. Аккуратнее, вот сейчас воду иди. Блять. Можем втроем зайти. Блять, я с бомбой еще, ебаный рот. Заходим? Двое под Б сидят, но. Можем на воду упасть. Слышно будет, можем лучше отойти. На воду. Давай вон туда пойдем направо. Значит, там есть, конечно. А воду можно спрыгнуть? Есть коннектор, смотрит. Давай задымлю вот тут. Бил Б. А у тебя коннектор еще один. Спасибо, бил Б. Б красный, второй. Прямо идем на. Ну ладно. Мы на, я думаю, да, пройдем. Пиздец, карта, конечно, жесткая какая-то, блядь. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Димас, хорош! А кто побежал обратно, блядь? А не, я побежал, да. Он кинул. Он кинул, я побежал, я обосрался. Он почувствовал. Мне казалось, что Молик спереди сильнее. Он слышал нас просто, он раньше кинул, выиграл бы. Ну, ласт, у него он красный, парни. Да он не пойдет. Он возьмет серить АВП, да, тиммейта. Значит, надо найти его. Телькор. Сидит где-то там за синим. Двоих не уйдет. Пошли, двоих не уйдет. А, ну? Забрял АВП? АВП нет, он с калашом пришел. С калашом, да. Блядь, где АВП? АВП тут графон справа, не успел. А, ну, не успел. Ну, на Б сидят до Талова, чел возле воды сидит тоже, ну, возле воды. Да пускай сидит, нахуй. Их мид, ну чё, на, зашли вроде бы, нормально. По ощущениям. Ну, нам просто поздно Молик кинул, и Димас убил, так бы не зашли. Да. Не, зашли бы, но со смертью Димаса. Нас было больше, он один. С стеклами? Да ебучий случай, ну вообще кошмар. Йо. Хороший Ламит кор, стоял, доел. У меня двое Б. На, иди. Он на Б. А, двое, точно? Ну не знаю, но они мне флешку на металлку кинули. Ну я одного убил, нет, я убил одного, но он на металлку мне кинул. Заходите, а просто с алькором. Кто да, я один, чё вы ждёте? Теперь стрёмно. Я иду. Ну, что ты ждешь? Ну, через КТ может пройти только. Леха, проходи, Леха. Да, вон он. Пиздец. Но я ему дал. Блять, но. Стоит тут. Ой, бля. Но он последний, он каленый. Лимас тоже. Да, я каленый. Ну, я попал в него, мне кажется, один раз всего лишь. Я тоже один. Здорово, мистер Анберт. Это пиздец. Ну, близко. 23 я ему дал. Как его 19 убил, я ему дал. А где вы смотрите? А, сверху написано сколько. Зелененькое, 23 за 1, там 73 за 3. Ну я ему дал прям 19. А значит, ты ни по кому не попал. Два хита, а, блядь. Не, подожди, у противников они на тебе? Да, на противниках да. Написано. Я ему 34 дал. 34, блядь, чуть-чуть. Ну карта хватило. Жесткая, что-то какая-то, прям такая непростенькая, хз. 34 за 1, 20 за 1, 80 за 5. Проходов дохуя, каких-то, блядь, коннекторов дохуя. Это значит, по разным типам. Не, ну одного типа написано зеленым и черным. А, это он. Хорош. Тебе дал. Блять. Бля, граната хорошая зашла. Чисто труп здесь. Что там Родос наебашили? Он внизу, Родос, внизу под тобой. Пиздец, я не попал на помощь. Он ушел, хорош. Блин, ну я красный. Я тоже. Отходите, стягивайтесь. Дай... на. Ну, у тебя 40 хп еще. Дай 40. На. Да, я думаю, надо вам втягиваться. Ну, на там есть кто-то? Есть. Ну, на B1 100%. На 100% есть. Заел его, блядь. С Б последний слышал его. Давай, значит, на планете быстренько. Или это звук воды был. Блядь, погоди, а вот тут? А, тут нет прохода. Можем их выиграть, мужики, надо чуть, блядь, слаженнее ебашить. Стоит, ждет, блядь, и в меня смотрит. Нахуй на бомбу смотреть, правильно? Смотрю, проход левый.
Будет сядет, наверное, девайс Галим. Да? Ой, Миша, взорвёшься, блядь. Блядь, а не сдохнуть бы! Миша, взорвёшься, беги! Бегу! В воде надо, в воду прыгнуть! Нормально. О, вода зачистила. А если полностью под воду прыгнул, вообще бы не умер, точно. Пошёл начинать пользоваться. Куда сдохни, молик. Угу. Если новый купил. Блядь, да что за... А вы знали, блядь, если... Да? Молик осматривать и нажимать F1? Нельзя купить? Не, не могу купить. А ты что, у тебя же с прошлого остался? Бля, хуй знает. Честно, хуй знает. А что тут подпушивает Радос, да, обычно? Ой, трое вышло! Сдай, ибо резко, страшная. Там трасс. Еще вышел, еще! Пиздец, блядь. Психи, блядь. Одного галил, другого пестики. Вот эта хуйня, если бомбе ебалом повернулся, момент взрыва. Ну, она работает, знаешь, как эффект плацебо, примерно так же самое она здесь работает. Согласен. Эффект плацебо. Ну, раньше работал, а потом говорили, что пофиксили, сейчас вкуснее. Опять, блядь, походу. Там ОВП, походу, слышишь? Угу. Блядь, да какого хуя? Димаса на меду ебанули, да? Дигл, да. У нас минус АВАПа. Могу флешку дать, Радос? Давай, через верх. Давай, через верх. Ну и дал ему один раз. Давай, вот даю через верх, бам. Да, тут стоит. А вы где когда проходите? Сзади, да, на Б. Возле воды один близко будет. А что, не выйдешь налево, я. Ебать, типчики. Да. Не пуш, зачем? Я не видно. Вот с воды было там выходить. А, да, есть, коннектор, я заслышал. Да, есть. Ага. У вас тут все есть. Есть флешки, если надо. Давай я лёг кину. Можем не спешить просто. Да нормально, да. Сигнал, давай. Сигнал. Времени у нас достаточно. Если он не обежит все, блять. Не обежит, он не успеет. Бежал сейв. Он, скорее всего, на миде будет. Ну, на Б есть дроп, да, он, наверное, да, побежал. Блять, он не взял дроп, похоже. Он не взял, да. Нормально. Бадимас решил взять ультимативную хуйню. Блять! Как хорошо, что мы не в комповом клубе с тобой. Да, руку бы не пожали в следующий раз. Вообще, не пустили бы потом. Сказали, не стоит. Блять! Я думал, я не выйду, а я вышел. Гениально, блять. Я смог. Это они же кидают, нет? Анира? Да, да, это они сейчас всегда смог кидают. А, тогда прошу прощения. Здесь стандартный смог. Я могу, Дима, иди стань сюда, я развею смог хаешкой. А давай я флешечку еще дам туда. Не, так а Дима ушел. Там ВПС, двое. Угу. Тут, скорее всего, один за колонной стоит на приемке, можно на шифте подойти и пробовать его ебать. Со стороны воды один. Это стандартный мой дело. Отлично. Два мид. Два мид, также. Я замучен был. Один справа, один слева. Слева Алекс, справа МК. Алекс, все. Бля. Хорошо. У тебя два Б, один С, Б обратно. Два Б, один А. Ну, пойдем попробуем что-нибудь. На шифте, если надо, будешь идти. Ну, дальше, сейчас можешь. Блядь!
А, сука. Этот парень на, умеет крысить. Напугал, блять. Как скример донат графон прям сидел да такой. Да пиздец вообще. Да, блять, что не повезло, если зажал бы чуть левее, в голову мне кажется дал бы. Мне кажется, пониже надо было просто прицел. Не, ну первый раз на этой карте тяжко играть, реально. Типа, нет какого-то общего понимания. Но прикольная карта вроде бы. А как тут правильно выбегать и гранату давать им? Не, вот эту гранату нет смысла. Не думаешь? Не, ну они же тогда просто подпушивали разульку. Я думаю, мало ли. Ебать, Димас там в воду прыгнул. Он просто зажимает со стороны воды. Угу. О, кто оранжевый? Дима, у тебя. Бля. Да. Дал ему что? Флешечку. Да вроде и заходим. Да не пока. Не, не надо. Пройдем, пошел. Хотя никто не смотрит, да? Есть слева, можем пытаться зайти нет. Сейчас. Ну, блядь, через дым не хочется. Он сука, справа сразу, с ВП. Там слева с ВП. Там и слева справа? И справа. Угу. А, бля, я думал он один. Не, там двое. Один пушит А. Это под тобой, Миша. Угу. И справа можешь убить. Они не пошли, забей, не можешь. Охуеть. Короче, у них всегда один чел пушит, типа, кидает на смок, и потом, после, когда смок пропадает, он в него пушит. Mm-hmm. Это фрикил, если его убить, то можно выходить А. Давай. Но давайте нужно, попробуем. Но нужно там, например, стать вдвоем, а остальным отвлекать, типа, кидать всякую хуйню, чтобы они думали, что мы там опять... Ну я пойду опять под Б сидеть. Я на мидгренку просто кину и потом... Давай, я пойду с тобой тогда на... Ну я не понял маленько, откуда он там выходит, но ладно. Ну можно поначалу просто раскидаться, потом подтянуться туда на шифте и стать, он выйдет и смог. Бомбу только унесли. Ладно. Да бомбу я-то принесу. Ладно, Димас будет. А, вон смог раскрылся, надо. Теперь на шифте можем туда идти. Да. Ладно. Не стал стрелять, чтобы Арсения не убить нахуй. У меня есть флешка через верх. Но он уже пушить не будет после этого минуса. Mm-hmm. Ах, блядь, сидит просто вплотную нахуй. Ой, жук ебучий, на тебе. У меня я красный. Я понимаю. Стоит слева. Как стрелять с этой хуйни? Хорош. Диффузит как будто, не? Mm-hmm. Или показалось? Вот сука. Я хуй его плент оставил, сука. Ай, бля. Похуй. Остовен. Круто играешь. Годоровенько, да. Играю вообще охуенно, как босс. Тебя максималки? А хуй знает, наверное. Я как-то и не смотрел. Перед прицелом встал. О, Димас оружие победы купил. Пулемет? Ага. О, да. Это жесткое. На что денег хватило, блядь? Перкур по миду зайдем. Ну, пойдем. Надо будет справа типа убить нам с тобой вдвоем. Пошли в смоки зайдем. Блядь, что это нахуй? Это вообще, блядь, что заходим, это, флешку, сука? Да. Входим справа, убиваем. Вдвоем. Батю типа реакция нахуй, там 12-летний сидит походу, блядь. На, иди спай, найди на. Синий Радос, если можешь. Я бегу. Пойти под... Не-не, дальше. За колонной. Вот здесь, да, под Радосом. Радос, беги на наш... Блять! Там чел сидел, да. Там чел сидел, сори. Надо было тут плентить. Да. Ты думаешь, что он там выйдет, Радос? Я услышал, и он прыгает. Он сейчас тянется. Где-то
И справа. А там 8 секунд был один хуй, блин, без вариков. А в защите вообще тут легче играется? Я не сказал бы. Ну да, там. Тут я просто хорошо стреляешь, что норм. Да, в принципе, если хорошо стреляешь, да, и там норм. Нет, ну я имею в виду, тут типа нет такого, что, понял, ну, а более-менее легко держать. Ну, и то назвать легко сложно. Но дым один кидаешь, и все, и сидишь, смотришь. Я на Б. Ну, тоже давай на Б. Я тоже на Б хотел. Поздно. Да хуй знает. Да не, я дым кину на Б, у меня дым есть. Я буду ставить, ну, типа, вот этом коннекторе между Б и мидом, будет все на миде помогать. Куда на воде ставить, кому-то мешает. Я подойду у входа, Коди. Береты. Подай, есть парни. Иду, ты, ну. Бегу. Заходит, да. Я в ахуе, как меня просто расстреливают, пиксель попадает. Пиздец. Нормально, еще можно выиграть. Пункт один. Слева. Наверху. Наверху, Миш, слева. Наверху тоже есть. Ах, сука! И сверху один пункте. Да там нормально. Да вам сейчас кидать бежать. Да. Думал, подольше проживете там. Успеем спину с билетами. Я сидел в пиксель, поняли? Меня каждым патроном в этот пиксель попадали, блядь. Ты думаешь форсить, Димас? Ну, я за форсу. Ну, давай тоже. Ладно, я, короче, пойду на тогда стрелять. Нет, по нари 3Б поставим. Думаешь? Значит. Гранат на Б залетают. На калаш мид смотрит. Надо машить. Ну, я сейчас обновлю смоук. Это уже заканчивается. Вот. Сука, сиди, блин. Опять на А, да? Нет. Бегают около Б, слышу шаги. Бегать-ка. На мид вышли. На, заходит. Бля. Бля, ну мне с этой хуйней тут ловить вообще нечего. Как бы девайс свой. О, а сзади нет, что не показалось? Да, я думал, это мешает. На миде один прыгает. Кстати, выбежал, присел на хуй. Не мама! Сука! Как не убил? Непонятно. Его знает, блядь. Я думал, он не может выйти там, блядь, а он может, оказывается. Могу кому-то пушку купить еще, если купите броник. Или вот Родос. Да, давай Родос, давай поменяемся. Ты же любишь Галил. Давай. На. А чё, где пушка? Можно дробовиком стать. А тебе чё купить? На М-ку тогда. Ой, и ФАМАС. Давай. Эльгейну кинули на Б. Флешку кинули на Б. Спрыгнули кого-то на миду. На воде. Ебать меня граната ебанула. У меня по миду. Ладно, я пойду стянусь немножечко тогда. Да это пиздец, ну это киберспортсмены, блять, какие-то. На миду тебя убили, Димас, да? Коннектор убил? Да. Отошел в закрытую. Так, ну у меня тут стреляет, я нахуй на него меня... лазить не буду. Блять, ну... Раскидка Б, Б выходит, похоже. Да, Б выходит. Блять. Не за дымами. Двое там. Но не выходит. Ну у нас смеда еще сзади, блять, может поджать суслик. Там он на дверях был. Раз, надо смотреть кому-то, у вас никто не смотрит выход. Вот радуга сейчас там смотрит. Да, но я хочу на пойти уже. А, фон? Ладно, не пойду на.
Блять, это синий такой перформанс, блять, выдал в этом раунде, нахуй. Так, ну чё, блять, надо было два другому брать. Надо собраться. Ты хочешь мид встать? Я не могу в миде, я ебал, блять. Ну давай, ну я в закрытую там буду стоять, хулище делать. Да, я в закрытую не могу стоять, они скидывают гранатами, флешками, блять, это невозможно, нахуй. Я не понимаю, как играть в хуйню эту карту. На миде. Каждый раз иду и сосупы. Один в коннекторе умер. Лоу, Мишаня там один. Угу. Еще один. Блять, нихуя себе. Да. Как он меня срисовал. Два мид. Одного убили, еще один там будет. Лоу, надо подпушить смок. Да, блять, он же стрелял по радосу, сука. Почему он решил развернуться? Потому что, ну, слышал, как ты бежишь. Он же, блядь, хуярит, знаешь. Влево, просто влево. Помолчи. Один упал в воду, один на миду шел. Да. Прыгает на миду еще. На три воду. А, бегут. Ты молик не дал? Я не услышал, что... Будут, ну, физически. Ну, а, бегут, да. Убил киты, блядь. Один остался. Это синий, на колонии который... этой. Хорош. На, хорош. Лучше. Ты в миди можешь забрать. Да, нормально. Да, пойду сбегаю, если успею. Успеешь, успеешь. Я их убил. Я думал, это голова типа. Вон, они тут лежали, а теперь тут. Даже мужики. Дайте девайсик. Кому-то еще нужно? Димас? Не, да. Димас, куда они на меня кидают гранаты? Надо? По центру или, или в бок? А, в бок. У них на коннекторе быстро чел сближается. Бля, ебать, гениальнейший смайл. Авик мид. Это их убийца. А зачем ты на бэдже должен был стоять, не? Не. На воде. Да, один в головой, там на воде. Запушим радас. А? Запушим. Не, он сидит сюда, там чел, по КД сидит. Да сука, вот он сидел до талого, блять. Мидер так же смотрит. Мид бегают. Прыгнули, по-моему, вниз. Ой, хорош. Подорвал уотс. А, зашли. На миду? Тут. Ну, как на него выходить? Стильно. Вот он был справа, когда Радоса убил. Но он убежал, не думаю, что он тут. Ну тебе надо найти, блядь. Да, мне страшно, блядь, жить. Предпоследний раунд. Ну это я понимаю. Предпоследний. Ну предпоследний, я же говорю. Слышал меня. Денег нету. Да. Да, тут, конечно... Я могу ППшечку кому-нибудь зарядить, если... Тебе, Сеня, например. Не-не, мне нормально. Для меня хватит, да. Смоки не купил, у кого-то есть смоки? Я сейчас положу. Я встану на мид.
Ну я не понимаю, как я попадаю в него, блядь, но нахуй этого недостаточно, парни, смотри. Вода. Ничего страшного, Димон, все нормально. Просто оппонент сильный. Да, блядь, не... Вот один какой-то. Сука. Ну да, они очень хорошо стреляют, очень хорошо прям. Трудно что-то противопоставить было. Так, как им написать? А что ты хочешь написать? Спаси Бибу. Хотя аватарочку взял. Бля. А кто у нас вышел? Мне так стыдно за Мишу, блядь. Почему? А, да я... А, ты все наиграл? Так я думал, ультралаз... Ультра, ласт ультра закрепляющую. Ну, Джокера можно подсосать. Да, вместо можно. Димы. А чё написал-то? Да чупа-чупсы, чтоб почаще сосали, блядь, чтоб рот меньше занят был, блядь. Джокер пойдет. Пойдет? Жестко. Я уже плавлюсь. Привет. Здорово, Санчес. Здорово. Ну ты сколько стримишь там? Самого-самого сранья. 13 часов уже. Mm-hmm. Я сейчас пора. Пора. Можно и на отдых. Сменка такая уверенная у Димаса уже. Плотная. Да, я типа ночью проснулся, делать нехуй было. Да, да, я проснулся в 12, сидел, думаю, блядь, там патч выкатили на Dark, я вот это врубил. А не хотим потом Party Animals зарегать? Oh, Party Animals. Я бы в сквад, only squad. I squad. And two. Yeah, yeah. Не хотите в сквад пойти, а? Давай, Димас, приятные новости. Давай, сквад. Плюс-минус, там типа апдейт какой-то крутой, да? Пиздатый апдейт, главное. Может, мы играли на бетке, я не играл тогда. Вы в Дарк не выйдете потом? Извинили стрельбу там? Может быть. Просто ебать, Арсения скин. Давай. Так, все сами решал. Тут хули, блядь. Дорогой Арсения скин? Тут гривен, он сказал уже. Дорогой не сердцу пасть. Просто. Дорогой стоит сердцу. Стоит каждый копейки. Арсюха вообще тут? Ну, кстати, нет, блять, поэтому я отменю пока поиск на всякий. Отмените, я тоже сейчас... Бля, это жестко. Я сейчас по... и... Разнать. А, все, можно это, можно регать. Арсюха пришел. Так Джокер отошел теперь. А, Джокер отошел. Да еб твою. Какое же говно превратили к контру. А что, в отличие? Бля, реал, такое говно переверчило, я не знаю, как я играю. Ну, 1.6 была самый показательный, лучший контроль в мире. Он начали выпускать какие-то сорсы ебаные, го вообще никому не нужный. Угу. Все, поехали. Лучше бы Valorant пошли, блять, играть на самом деле. Бля, Valorant с удовольствием. Это, блять, игра для настоящих мужчин. Не, Valorant охуенно. Читал где-то комменты, что CS превратили в Valorant полностью. Так и не понял, почему. Ну, CS стал анимешным очень, на самом деле. Да ну, блять. Че тут анимешно? Скины анимешные, вот эти все модельки какие-то, они анимешные. Вот Орсюхи особенно аниме вообще. Чисто Семён Брежнев. У Радуги он тоже аниме вообще, пиздец, блять. Уж это анимешная контра. И стрельба в Валоранте нормальная, не такая, блядь, деревянная, как в КС-ке, нахуй, как будто из картона, блядь, стреляешь. Да не, и в КС-ке и скины охуенные. Обе игры очень хорошие, на самом деле. Радуга, блядь. Радуга не принял матч. Плюсы и минусы. А, он не сказал, что отойдет, да? Да, ну, возможно, он сказал, но он сказал это в порыв общего... возгласа, так сказать. Ладно, ждем Радугу. Блять, не работает. Что не работает? Камера, блядь. Опять Китя убила. Не, бродкаст. Типа, играешь в CS, читеры могут быть, играешь в Valorant, читеров нет вообще. Что ты делал?
Он тоже читерил. Чего ты взял, что там не чит? Саня, если, та, если там такой античит, блядь, что надо комп перезапускать, это не значит, что он нахуй будет каждого читера, блядь, не пашет. Ну, если игра не в стиме, блядь, ты уверен? Бля, ну вот это хороший вопрос. Бля, ты представь, вот, ты типа, я недавно читал, там, инфа от разрава подкатила, что Valorant, типа, ну, спиздили, то есть, там, были другие разработчики, которые вот уже вот-вот выпустили игру. Пиздец. Вот, это Crossfire 2 должен быть. Я готов, парни. А они просто взяли и спиздили. Суки вообще. Так что, да... А судебная какая-то была разбирательство? Да нет, нет, там сразу задушили, блядь, корпораты ебучие. Ахуй. И потом, я так понимаю, вот сделали вот эту игру, типа копия Valorant'а. Ну, конечно. Спиздили. Конечно. Ну, все понятно тогда. Типа так же, так же разработчики Paladins, типа, хотели быстро выпустить игру, а тут Blizzard их задушили, блядь. Выпустили свой Overwatch нахуй. И все. Ну, Blizzard обосрались. Зато... А в Paladins играет вообще народ? Ну, когда я играл в него, так-то дохуя народу в него шпилило. Бесплатный Overwatch? Потому что есть ощущение, что когда Overwatch это начал загнивать, все в Paladins ушли. Кому нравилось такое? Ну, в Paladins играли те, у кого не было денег на Overwatch. База. Основание просто. Бля, мы же Мираж сыграем. Вот вообще. Тоже Миражик бы сыграл, нахуй. Инферно играли, Нюк, блядь, играли. Инферно играли, Нюк играли, бля. Да, я про это и говорю. Ебало Джокера, представили? Играли, да, да, играли. Анубис даже играли, бля, Миражик не играли. Бля, ну на Анубисе тяжело нахуй было. Вертига не играли, Оверпас не играли, Эншант не играли. Это первое, там на самом деле карта легкая. Чё мы на Вертига не играем, непонятно. Да Мираж пойдем, конечно. А может вот, Вертига ебанем? Да нахуй этот Вертига, блять. Да ну мы так накидали типа Вертига в прошлый раз. Хоть тут и дрочилы Миража, но что поделаешь, блять. Мы тоже дрочилы Миража так-то. Ну, спорное да, заявление. Да, но без Краймера мы не такие дрочилы Миража на самом деле. Я вам раскидки кидал, блин, надеюсь вы их запомнили. Нет, мы стримили в это время. Мы смотреть будем видосики. Мысли, я не, ну я, не, ну я посмотрел, а, ну, но да. Я нахуй вообще уже не помню нихуя. Да хули, там надо хотя бы один запомнить и говорить, бля, пацаны, только туда умею и бросать каждый раунд. Жестко. Парни, никогда не умею. Я сейчас затащу, потому что я не умею бросать, бля, это смешно. Напомню, откуда он бросается вообще, отсюда вроде, да? Давай мы тебя по дому кинем. Отсюда, и, по-моему, целишься сюда. Бля, ебать, дверь бомжатская, нахуй, я только сейчас увидел. Что ты, блядь, вы... Так, может, кто-то бежит? Алькор, смотри, скажите, дверь бомжатская. Да, дверь типа, ну, тут даже нормал мапу даже нормальную не проставили, чтобы она объемной казалась. Ой-ой-ой. Бля, типа и профессиональные диглейсеры, кстати. Мог мой не долетел, значит, куда. Саня, что ты не разминаешься? Он разминивается. Ты нормально? Ты знаешь, Мишань, кстати, страту Радоса? Так. А, двое делают вид, что забегают, умирают, они думают, что там больше никого нет. И, ну, это за контеров надо только, увы. За контер. А все остальные стоят закрутую, понял? Жестко. Так мы сейчас на вылетаем все жестко, да? Да, жестко на... Да, а я... Бля, суперконтик, это ж конфеты какие-то. Охуенная конфета, кстати. Так, а я кину фейкушку такую туда, типа, там стреляю как будто. Джокер опять стоит, ненормально. Дай бомбу я поставлю. На. Мужики, поехали, надо заходить. У нас синенькие пока. А есть на сигаретке, да. Да, блять. А я пока. У меня пока, блять, в натуре. А, джангл один. Коннектор, на троне, на троне. Старый. Ой, трон. Зеленый. Радуга. А. Радуга. Ждал момента просто. На бомбе. Сиди. Хорош. Бать, продал 4 сундука, заработал 1200 тенге. Бум. С дикими узихами то же самое повторим. Мишаня, смотри, какой калаш. Да, только я через неделю. Бери себе. Не-не-не.
Калаш, калаш нормальный, но у меня тут новый скинчик так-то. Который сегодня с кейса выбил. Понял. Ты кейс открывал? Да. Чё молчишь, Андрюс? Попал вниз, я ем. Попал в Андер. Приятного. Приятного аппетита. Андер убили. Наш респ, наш респ уже. Пушим, пушим А или Б, блядь, что-то. А, давай. А, давай. А, давай, а. Приятного аппетита. Да и пиздец, блядь, джангл нахуй. Ну? С коннектора. Давайте, да я засмочу просто, пацаны. Все нормально. Двое. Выпрыгивать, в спину чекать. Сити. А. Ты охуел, я тебе два раза по голове попал, блядь. Сити будет один. Да, сити, 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 парни, аккуратно. Сити и коннектор, наверное. Уха не точно. Иди слева. А, сука, а? А там просто спереди еще кто-то прыгал. Это вот второй как раз таки был. Бам. Эй, блядь, пиздец. Не хочу умирать. Не хочешь играть? Не услышал. Саня не хочет играть? Да, он сказал, я ебал это играть. Вот, мне тоже так показалось. Ладно, вот так вот идем. Ломать кабины. На Б пойду. Поддержу. Стреми. Да погнали все тогда на Б, чё? Ну я андер еще так выйду, мид? Посмотрю мягонько. На. Бомбу опять, блядь, закинули нахуй. Пясыч, спасибо большое за переподписочку. Спасибо за 21-й старина. Бля, и у тебя мускулы сильные. Давай, да? Как у графонов в жизни. Не, на себе в мейл, да? А, вот, вот на шарте, на шарте он. На шарте, да. Хорош, Саня. На. На пленте, да? Каленый, каленый, да, на пленте. Убили его? Там сидел на ящиках. Да, мертв на пленте, мертв. Да. Шорт. Да шортики! Кто сказал шортики? Хорош. На. Последний сапог. Кухня, кухня! Он лол. Блять, как я нахуй первый раз выпал? Что это за бред ебаный? Ну тут да. Это нельзя было проигрывать, кстати. Ну такое получилось, да. Алькор, купи мне УЗИ. Даже Миша УЗИ. Найс, пиздец, без скина, блять. Чел, а верни УЗИ, нахуй. Кейсы собрался нахуй открывать. Ебалов. 10к, блять, на кейсы. Добрый, здесь как... Так потому что у меня скинов нету, поэтому я хочу кейсы открыть, а? Понял, блять? Я всем подарю скины, кроме тебя, Миша. Ты именно ключей купишь или ты кейсы тоже купишь? Ключей. На, нахуй! Кейсы где ты возьмешь? Кейсы можно свои купить. Саня, в коннектор вышел. Бля, Саня, убили. Снизу чел. Саня, убили. Там чел лоу. Нормально раскидали, там последний остался. А можно заходить, наверное? Трахнули их вообще не. Трахнули, блять. Он с Б пойдет по-любому. А я хочу пушку тут забрать. Заходите, я с бомбой, мужики. Бля, он... Ну он калененький. Да пиздец. Пизда. Сиди, сиди, аккор. Сижу, у меня 12 хп. Весенья кроет, беги. Он наверх-вниз был. Джангл, возможно, уже. Да. Или даже сити. Я ушел в закрытку. А с коннектора? Ага. Когда топаю, чтобы на меня смотрел. Ну, лучше, лучше. Не попал я по нему, увы. Нормально, главное, что он не отвлек его. Рудос, дать тебе эмку за калаш? Давай. Давай я калаш. Давай поменяемся графоны, я на твой поставлю. Давай. К
Как у этого, как у Краймера. Да, это подаренный, поэтому. Даренному калашу в затвор не смотрят. Че, и под флешечку выходим вообще супер агрессивно. Флешечка полетела. Ой-ой-ой. Какая агрессивная флешка. Агрессив, агрессив, да-да-да. На сигарете уебище по-любому. Я даю дым на голову. Хорош, голову трахнул. Верхний... Джангл? Джангл с пистолетом. Пойди, что мой смог не долетел. Ой, я пока заплен, что ты сити прикрывай. Сити прикрывай, да? Один. Оп. Да, смотрю. Там надо тапать. Ебаная, ничего. Блядь, да тихо. Я сити смотрю. Ну, одному дал, другой мне. Сразу три раза в ебало попали. Я в закрытую хожу. Боже, стоит. Джангла? Джангла прыгивает там. Уже плент заходит. Пускай заходит, ёпта. Хорош. Короче, кто ранг был, походу. Почему типы выдали три выстрела и все три в голову пришлись? Что за хуйня? Да, бля, я эти... не понял, а почему у меня дым не долетел? Суслики эти самые страшные вообще, которые кажется, чисто от головешка торчит. Там, да, головешечка и все. Видосе там с CSGO, а не с CSGO. Не, я не по видосу кидал, я по стрелинке кидал, всегда покидал вроде. Понял. Может, надо прыгать? Together we can do it. Так, все, давайте. Агрессивная опять пошла, опа. Найс. А, у нас тут за флешкой, блядь, задымили. Да, у нас тут всё. Ой, я, по-моему, огонь хуёво положил. Не, прыгать не надо, пошли, да. Есть на этом. Почему? Где-то почему то ли тетрис, то ли вверх-вниз. Бежаешь куда-то? Шорт запушил. Вот тут слева может близко стоять, охуевшая рожа. Ай, блядь! Бля, не попало. Под балконом, да? Да. КТ еще один. Бомбу забирай на побеги. Быстрее. Это займи кухню. Антон, спасибо большое за переподписочку. Благодарю тебя. Спасибо за 26 месяц. Спасибо огромное. Радуга, живи. Прошу дальше тебя. Шарта может быть? Да. Вряд ли он, скорее всего. Все, найс. Скорее всего, кичен. Да? Кичен. Закрытый, Миша, закрытый. Дым есть у нас. Хорош. Молодец. Спиздить, Саня? А, ну ладно. Спиздить мне эмпу оставьте. Дайте, и Дойчмен также, благодарю тебя за переподписочку. Дать, на третий месяц? Серьезно, Дойчмен только третий месяц? Жесть. Ну ты даешь, Серега, спасибо. Я второй раз попал дымом, просто сейчас же дым, типа, прикол в том, что часть дыма падает вниз. Раньше она, типа, оставалась сверху, а сейчас, типа, она на голове есть и внизу под ней тоже. Мы их отвлечем тут с Арсухой. Наверное, лучше на КТ буду давать. Блять. Че, ты хотел Вандер прокинуть Грену? Не, случайно ее. На голове один тип. Я к типам пойду. Давай. Я Андер пойду на шифте, так чисто понюхаю. Я совершенно думал, ты кину. Чтоб чел там не стоял. У меня один хп. А где ты убил Сеня? Отходи тоже. Враг. Угу. Топает у нас. А это свой топает. Погнали, вываливаем и все. Согласен. Убийца на Мише. Я тут есть, такой сити. Славянский зажим яйцами нахуй диглом устроил. А кого он ласт? В полете, блядь. Туда его. Ну, вы прям ебете, пацаны. Ебете. Ебете, Саня. Да, Саня вообще на первом месте, нахуй, ебет. Без разминки зашел даже, вот так чисто. На заводе размялся.
У меня сегодня вообще не летит нихуя. Вчера великолепно было все. Сегодня бомба если опять проебали. Если они да, бомба, похуй на неё. Согласен. Бомба, для, знаешь, для кого? Для слабаков. Для кого? Для террористов. На шорте бегает, шорт. Отбегает на шорт. О, там коннекторы и окно, и вообще все. Сука. Один в андре еще. Ебалась, не вента, по-моему. Хорош, и внизу. А, ой-ой-ой. А я думал, для Саня 1-2 остался. Не, нормально. Нормально. Авик выбил. Все при деньгах? Радуга, дай тебе автомат. Он не обижайся. Зеленый уже сдался, да. Zero Impact. Зеленый таркор. Я сдаюсь, все, ребята. Я тут стою. Вот. Оружие мое надо, забирайте. Нихера выкинул, как далеко. Ты сильный просто. Хотел еще отстрелить его. Они андерпушили, да? Да, андерпушинули вообще бодро. Хорош, Сеня. Хорош. А что, может тебе помочь? Бежит, бежит, шорт. Ой, блядь. А, ну у вас там это... Блять! Чуть в РЛ нахуй не умер. С шорта, с диглом, блять, сверхниз точнее. Б заняли, да? Не заняли, понял. Есть в окне. Хороший в джангле, Саня, ага. Уебёшь, мэн! Ластовый вот тут. Это не ластовый. Ластовый? Да, не, блять. Поддача большая, Миша, не могу. Скорее всего, будет джангл, либо КТМ. Он на Б был. Скорее всего, джангл. А джангл вышел. Сука, блять. Давай, Лёх, твоя. Мощный. Красава, Лёха. Я ВП еще. Как? Для Сени. Как с крахом. Красный зверь. Кто, а кто идет из наших сейчас Б? Да я вот думаю на Асу и тупо наводить, поэтому бомбочку вам скину. Я могу попробовать, я могу попробовать Б убить, если на дачу. Да он не выходит никогда. Я сейчас скину смок, как он там сидит закрытый и фаер кидает этот молик. Смотри, он вот сюда смотрит. Вот сюда. И такой, на тебе туда смок. Я не знаю, куда он приземлится. Снизу вышел, авапа. Бегает, бегает. А, Саня, в этот, возможно, в ковры побежали. Хорош. Прикрыл мешок. Ковры, ковры, Саня, сзади, возможно, сейчас выйдет. Принимаем. Есть инфа? Ну, джангл ушел. На джангле, походу. Шорта его убили, да? Шорта меня убили, да. Может, не выйдет, Миш? Шорта может, не выйдет, пойдем к парням. Их двое осталось. Дрон! Хорош. Это время там сидел, блядь. Нормально, это мы просто разыграли, блядь. На. Нет, это хуйня, блядь. Там это адамантовая, блядь. Ты что, сука, охуел, блядь? Без скина, блядь. Скины дают скилл, объективно. Они дают уверенность в завтрашнем дне. В случае чего можно продать, да, и жить на хлеб, там, молоко. И жить на хлебник. Ну, нам, сука, вчетвером стоят. Вышли с мида внизу, помогите! Что вы сидите, парни, блядь? Граната охуенная, блядь! Бобовый Джонни, блядь, на Блэк Джокере! Да ты встал прям передо мной, когда... А нахуй там вообще граната, блядь? Только они кушают вчетвером. Мы встали. Сеня, слева. Там есть, 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 да. Хорош, раз, еще там два. Блять, Алькор, куда ты бежишь, нахуй? Я телек прикрою. Покупаешь. Прикрывай, нахуй, а то сломают его, блять. Телевизор охуевший. А куда нам идти-то, блять? У вас бомба, убегайте. Убегайте. Вас сейчас сзади запушит, наверное. Бегите, просто бегите. А куда убегать-то? К
тебя куда? У тебя... Подожди, там же второй чел был, куда он делся? Да, вот сейчас. Непонятно нихуя, я не могу прочитать их. Нам Родос нужен, он читает. Трёх читать? Гена Фена не откалибровали. Вот, бля, там с бетки скинул уже прогресс. Лёва, а как ты, сука, учишься читать? Заебал, бля. Я не умею читать, да, буквы, да. Если будешь это, джангл, это как в Доте, блядь. Было? Ты смотришь на мини-карту и понимаешь, что ты это нихуя не видишь, блядь. На линии ни к ней не появляются. Коннектор. Вот, один на линии появился. Кабрами, чекни. Здорово, Транкал. Ну прошлую проебали, потом перед этим две выиграли. Флешка охуенная. Флешка, прилетела, флешка жесткая, блядь, была, реально, кстати. Это была лучшая флешка в игре, нахуй, которую я когда-либо видел. Performance of the year. Что тебе, Сеня, Авик купить, Сеня? Авик, купить, Сеня? Давай. На. У кого есть пиздатый скилл на Галил? Такой, что вот ты смотришь и глаз радует. У меня, давай, обменяемся. Давай. На. Наебал. Наебал. У меня на Галил вообще нет скина, кстати, жесть. О, хорошо, блять. Я тут посижу. Тут двери охуенные. Шортики аккуратнее сразу. Шортики. Ой, вот шортики выходят. Шортики кину дым. Надо еще с этого смотреть. Сандра любит там. Блять, ну ебаный врач, блять. Типы нахуй. Есть в этом, коннекта есть. Да, мы тут суету наводим. Вообще лютую. Ну действует же. Как ты залез сюда? Запрыгнуть. На скилухе, Сань. Чё, мы выйдем уже куда-нибудь? Да, мы идем. Давайте вот... О! АВП, кичене. Пизду, блядь. Мы не идём. Блядь! Блядь, сука! В этом, в джангле, нахуй. Это какое-то расслабление пошло. Бля, ну... Сука, как второй выжил, блядь? Ещё на АВП. Ой, там красный пиздец в этом кичене, там его ркнуть нахуй. Там спрыгну то, что. Вот так вот. Ты находишь бомбу, ты долезешь, я не понимаю, сори, вообще нахуй. Кто, я? Ну а кто, блядь, с бомбой залез? В смысле, так я слышал, как они там прыгают, блядь. Я что ты понимаешь? А у нас нахуй 30 секунд, а ты лезешь с бомбой. Я спину двоим стрелял, я одного убил, а второй, сука, как-то выжил. Не, ну база, там непонятно, как выжил чел. Не повезло. Бля, а как вернуть? Нормально все. На стрелочку. Да. Короче, я понял. Я не виноват. Это вообще не твоя вина, просто пулю не туда пошла. Мы так долго ты убил с двоих. Отдыхали. Чилили. Я бы хотел уметь, но не знаю, пойдет кто-нибудь или нет. Но походу это Б, блядь, ребята. Смочат этот коннектор. Б есть один в доме. Дай пройти, блять, Алькор! Проходит шорт. Шорт убил, еще шорт. Блять, толстый, убил не могу шорт. Пролезть, ну что за хуйня? Под Б были. В доме там. Хорошая флешка. А ты твой смог лежит, Раду? Га. Но мне на анти. Да, в доме. Там. За сигареты чел. Это я мог уйти. Ого! Вандер прыгнул отсюда. Вандер бежит. Дом проходит. Да пиздец просто, блять. Сити. С двумя хитами. Бомба в Андере. В это на кухне. Ну один с этого, с апартов. Ну, да, кухня. Джангл. Взял бомбу. На меду. Пошел на Б. Он взял бомбу, блядь? Да, он забрал. Идут на Б. Они справа от вас там, да. Хорош. Хорошо. Ну, кухня должен быть. Да, уже вышел.
Хорош! Хорош! Думал, нахуй его резать, честно. Думал, ты его поддержишь, понял, типа? Его поддержишь, блядь, Сеня нахуй сидит. Должен был ТПшнуться за ним и руки его держать, блядь. Ебать, Миша, с дробовиком. Пошла ёбка. Бля, хочу скин на этот дробовик. А чё он такой маленький, кстати? Ну-ка, возьми. В голову, чтоб больше шансов было попасть. Повернись бочком, бочком. Бочком встань. Ебать! Это не дробовик, это какая-то это... Бля, мужики, детская понимаю, игрушка. Почему мы... Я ладно, я next буду ходить на Б, короче. Почему? Мы 4 вышли. Ну все, они... А, блядь, не все. Ёб твою мень, блядь. Есть еще эти, у вас. Балкони, ага. Сене похуй, блядь. Блядь. Что зависло нахуй? Так, лютый смог, вообще смог нормальный. Но это такой типа дефующий. Они жестко отступили, Миш. Возьми мою пистолет. Жестко, блядь, отступили нахуй. Да он забыхай его! Все, нормально. Вот, да а ты видел тут... смог какой был, а? Мид последний. Мидум. Бля, я ебал нахуй эти диглы конченые, блядь. 3 из 3 пропадает, чел. Ебать. Он наверху или внизу? Сверху, около Ти-спауна слева был. Миша. Там, да. Все, я не пойду. Пошел он в жопу. Бомбу держите. Бомба там чел на ноге выходит. Забери автомат. Голову дает, да. Какой, блядь, автомат, Саня? Миша просто нормально играл в пейт этот. В left touch. Шарит как надо. Да, и в хантик, блядь. Может, тип дигл сейвит? Страшно, на самом деле, пиздец. Да ладно, 30 секунд. Он, мне просто кажется, он с ковров выйдет, блядь, сзади. У меня. Хорош. Это была ошибка, надо было дальше с дигла стрелять. Да. Но он с дигла, блядь, ебало только так вскрывает. Ай, Припять, ебать, я слышу там голоса Припяти, нахуй. Саша, отпусти деток. Саша, да, не мучай детей, пожалуйста. Бля, а можно я сейчас он борт? Иди ко мне, нахуй. Бля, вообще не должна их слышать. Ну, блядь. Ну, но слышим. Ну, у тебя, типа, ты... Рот завязывает, Саня, крепче надо, блядь. У меня подкаст стоит просто. Мид, походу, да. Мид уже занят. Блять, сори. Я подумал, уже спрыгнул хуильник ко мне, блять. Блять, бобовое. Поворот, Миша, заходит сзади. Вот тут в смысле? Не-не-не. А, понял. Та сукин сын. Чел что-то активировался. Чел активировался, да, как будто бы. Зелененький этот, блядь. Ну нахуй, блядь. Оптимус Прайм. Кто-то он активировал. Он что-то активировал. Да не-не-не. Денюжек-то и нет сразу, блядь. На. А давайте на них вывалимся. Давайте просто опять останемся. Ну или так. Они хуй пойдут, а, наверное. Они хуй пойдут, а. На, они что-то боятся. Мало ли. Они мид занимают каждый раз. Вот это. А может на мид тогда просто пойдем все? Пойдем. Давай. И хаешки нахуй туда сразу еще прокинуть. Подожди. Блять, ну вот. А вы из окна будете все стрелять? Да, ебаный. Прокинули, а. Андер есть, Андер есть. Мид уже зашли просто. Зашли, ебаный в рот. Хорошо. Чтобы встреча остановится. Александр вышел. Отличная классика, работает. Я не знаю, как эти типы с дигла стреляют на ноге в голову. Я не там просто будет. После выстрела QQ надо нажимать. Походу, да. Как сова похуярить. На Верочку, блять. Зафлешили, а? Опять прошли, а? Отсет, там.
Хорош. Тут, сука, за тайм мид аккуратно, коннектор. Минус 2. Бомба на было. Там еще один есть. Слева Миша, враг идет. Один коннектор, другой хуй знает. Головы, головы, головы. Ой, этот, ну да. Хорош, хорош. Бери пушку, Миша, какую-нибудь. Да вот калаш заберу, блять. Деактивизировался щел, кстати, по-моему. Бывает. Могу калаш скинуть кому-нибудь, если есть... Да, вот, Санёк, на. Давай ТМ-ку скину, а ты мне калаш обратно. О, заебись. Тип понял, как Барбариан в рейдже? Один раунд заебал. Так, есть кто может сейчас в окно пойти? Мишань у нас... Рано еще радас, блять. Не, ну, блядь. Ладно, это блять. Два смока, найс. Ну да, у нас, видишь, не сговорились. Ебать, уже они с этого вышли, с коннектора, ёб твою по-моему, мать. По-моему, спрыгнули вниз. Не уверен. Они пошли шорт. А по-моему, вниз прыгнули с шорта. Не, шорт чёрт. Блядь, да как пиздец, мужики, хотите, блядь, нахуй ходите 3А? Я, блядь, честно, я не понимаю, нахуй. Кто б знал, на самом деле. Бомба под Б. Ну пиздец, блядь, чел, нахуй. Не видел, что ли? Нет. Блять, ну, тут сидит нахуй. Ого, он все знает. Да. Согласен, я на Б побегу, стану опорничком. Да там даже дело не в Б, мид, коннектор, типа, ну, смотреть оттуда вот нас... это все. Мало возможностей. Да, давай. Эко может? Нет, не эко, ладно. Я бы за эти, на самом деле. Ну, блядь, Сеня МК купил, поэтому надо тариться. А теперь все побежали. На, развернусь. В смысле, все побежали? Ну, мы туда все дел по четвером. Мишаню одного ставили. Ну, двое мид, а ВП я обычно чё. Задымили коннектор. Под Б есть один. Стоит на миду, я бы мог посмотреть. Да. А, ковры вышел. Вышел ковры. Да, сука. Да я упал нахуй. Ребят, ну смотрите, я не знаю, не с окна, смотрите с коннектора, просто шорт, чтобы они не проходили, блядь, шорт на 30 секунде. Оп. Да денег нету уже, я бы эко сделал один. Давайте да, эко сделаем. Надо. Давайте 5А станем просто, постоим. Есть там, в ямке. Вышел. Уже это, сука, ты заебал, блять, а. Ну, давай бы. Девайс выбили. Трое бы. У них он чел-то фраг зеленый сделал. Да у них зеленый так, вообще. Деньги появились начал. Более-менее. Я смог кину на... Давай. И пойду коннектор стоять. Давай. Фарбор разголовно не покупайте, мужики, когда у них убай, и будут воздействия каждый раунд. Кстати, дам, он прав. Move it, move it. Так, много флешек. Уже на тетрисе уже есть. Вышел, да, ковры есть. Сука, блять. Хорош, Саня. Хорош! Хорош. ВП ковры убил. А ВП ковры взять надо. Не успел. Или нет? Не то, чтобы она нам сильно надо было. Сильно в окно никто не ходит. Алло. Алло, алло. Алло, алло. Можно паузу взять? У меня КС выглядит. Да, можно. Я думал Джокера спиздить, ну ладно. Там звук вылета у Джокера был, да, классный. Да, был звук смерти. Ага. Всё. У меня просто экраны потухли все.
А мы продлевать можем паузу как-то? Нет. Только на следующий раунд вроде можно еще вызвать одну. О, Санечка вернулся. Твое оружие сзади, если что там. Знал бы ты, как это подозрительно выглядит, Саня, что ты вышел, кто-то подрубил и зашел обратно. А хуй, чтобы последний раунд, блядь, трахнуть и все. Да. Последний раунд же сейчас будет. Да. Но если выиграем, то да. Надо выигрывать. Надо выигрывать, согласен. Засмочишь, Саня? Да. Вышли, охуевшие, блядь. Не знаю, вообще, они пушат, просто ёб. Там нас залег, знаешь. Да, Б, ебать, Б вышли, даже Сеня. Форест. А, пон. А, блядь, джангл. Бля, близко, Сеня, сзади. Yes. Блядь, а я с ножом был и не успел. Ой, блядь. Да. Чё, типы, блядь, начали катку? Вообще нахуй ни о чем, блядь. Сейчас такую хуйту вешаю. Заебало, блядь. Блять! Дальше убегай. Страшилка. А, там 69, 53, у них каленые все, блять. Нахуй мы покупаем их броню с головой? Они потеют. Ну тоже. Там типы, да. Там Пепперборн. Там Поле, и первый кинешь, у них. Если услышишь, да, долго еще КС будет? Да ласт, играем в катку. Дым не кидать? Заебало немного. Не в дым, понял? А, я понял. Левое окно, не вправо. Понял. Сделаем. Флэша там. Вышел чел, дал ему голову. Нормально, он под флешечку вылил. Флешки, ковры. Не того. Еще вышел чел. Надо убить его. Мид он труп, он даже. труп. Из дымов они, прям, они блядь. Бомба там. Блядь, Саня что-то нахуй разошелся, блядь. У нас тут, если что, это. Бленд. Убили снизу меня. Он на Тетрисе! Блять! Я другой Икадас. Пиздец. Хорош! Хорош! Хорошо, что у Арсения был пистолет. А с хуя меня бы его не было. Не знаю, блядь. Саня в рот его ебал. Да, я в последний активировался, как так жестко она. А погоди, а просто так сейчас лут не дают, да? Раз в неделю тебе дают. Раз в неделю, да. Так она всегда повышение ранга. Она всегда за левел давала. Просто сейчас показывается, да. А, блять. Ну, то есть показывается, когда ты вот типа. Сколько тебе осталось примерно до этого лута.